осталось 3 дня, там просмотры и сколько-то заработка с рекламы. То есть, вот такая хуйня. Ну, еще, короче, давай начинаем играть. Начинаем играть. Давай, уходи. Погнали. Все, начинаем игру. Вот камера, я буду вебкой. С камерой давай. И вот фонарик не возьми. Фонарики возьми. Я камеру взял. Камерамен. Все, я камерамен. Так, это я, мистер Членец. Опять старый же, фонарик, фальшимер. Блять, дуалинга, салам алейкум. Не успеваю. У меня сколько денег? Подожди, а у тебя денег нету, алё, брат. Денег нет. У меня вроде есть эмоции какие-то. Сейчас давай, я залез куда. Охереть. Куда же залез? Ебать, высоко. Нормально? А нормально? Нихуя залез. Я считаю то, что музыку, наверное, выключить надо. Ебать, я залез. А если я упаду, ничего не будет? Прыгаю! Блять! До свидания, а я выжил. Где ты? Куда идти надо? Че у меня 3 фонарика? Я пока. Блять. Бля, охуенный клип. Ебать, ты какой-то опасный, страшный. А че делать надо? Мистер хуй, сука! А че делать надо? Я, кстати, выжил. Короче, снимать надо. Снимать, вот сюда будем выкладывать. Пошли за мной. Тут задача у нас, вводите водолазный колокол и погрузитесь. Вот водолазный колокол, да. Я зашел. Да, я понял. Если что, я тебе игру тоже объясню, проходила слегка. Там надо, короче... Ты что делаешь? Ты что, блядь, мой член лизешь, ёпта, лизу, перестань, лизун, хуй, мистер хуй, перестань, я сам как бы тоже дохуя хуй. Короче, дайте объясню игру. Примерно. Надо снимать интересный момент. Моменты. Вот слева сверху надо выполнять задание. Ебать, страшно. А, ты меня не слышал все это время? Ёбнуться. Алло, ты меня не слышишь? Слышу. Короче, дайте объясню. Вот посмотри на меня, заебал. Заряд кончается, сейчас сверху написано. Вот слева надо снимайте что-нибудь страшное. Тут, короче, надо просмотр набрать, это самое главное. Как я тебе, в принципе, объяснил? Погнали. Давай я буду снимать клип, ты возле меня еще не забывай, что я камерамен, это далеко не фьёбовый, со мной. А я буду тогда светить тебе фонарик. Да-да-да, свети. Ну, в принципе, у меня само свет работает, если что. Все, давай я сниму клип, на меня смотри. На меня смотри, на меня сейчас буду снимать клип. Так. Всем привет. Хей-йоу, ребята, с вами мистер Хуй и привет, со мной привет. Мистер, блядь. Мистер Филармон, тоже... и мы идем туда, за привидениями. Это пиздец, как страшно, давай селфи. Это Госбастер, давай, Госбастер. Это Госбастер этого, как это, дела. Бля, что так быстро фонарик горит? Что, блядь, угораешь, блядь, испугался. Че, прыгаем туда? Пиздец. А похуй, я сейчас высоко прыгну. А тут прям страшно будет, ты не знаешь? Куда он? Ты где? Ты спрыгнул? Спускайся, чего это такое? Ебать, я это вижу, смотрите, это прям сзади меня. Ёбнуться! Ой, ты чё, Артур? Давай кто-то пройдёт. Подожди, не проходи, я это сниму. Ой, блядь, это опасно. А как давай пройти? Сниму как? Только не умирай, не ты умрёшь. А ложиться можно? Ну, удерживай, я не знаю. Смотрите, я сейчас сниму, у меня 5 пленки осталось, мы больше не сможем ничего страшного. Так я не смогу тут пройти? А плохо, давай ты сдохнешь на камеры. Да не хочу я сдыхать. Пойдем туда. У меня 5% на камере, вот все, потом типа больше ничего не смогу. 5% точнее места. Взять бомб. А что это такое? Аааа, блядь, что это? Ты ёбнулся? Что это за хуйня? Что это, ебать? Охуеть, игра нахуй. А если я все, мне камеру больше не снимаю. Ай, блядь!
Одна минута, а что мне сделать надо? Что сделай что-нибудь, спаси меня! Капчик, капчик, капчик! Я тебя походу убью, я не нажал! Уебать, дай пока, пока, дай пока, дай пока, дай пока, дай пока! Пиздец, я охуенный друг! Я того в рот ебал! Я того в рот ебал! Что это было? Всем похуй вообще, в принципе. Что за хуйня? Сука! Что? Что случилось? Блядь, а где мой друг? Я сдох, блядь! Сука, страшно! Дебилы, блядь! Сука, подножки лежат. Блядь, и жарко что-то. Пиздец. Прям ход, ход, ход. А ты меня слышишь? Блядь, у меня камера. Какую же хуйню снимать? Это пиздец. Пизда. Блядь, вообще нахуй пиздец. Я обосрался, это какая-то пила. Я его в рот, блядь. А он без меня сможет улететь? Он пора мёртв. Возвращаться, бля, а я там остался. Пиздец, это, блядь, вообще нахуй. О! Ой, а где я? Больничный счет для игрока слырняк. А где я? А, вон. А где мой брат? Дружок. Я тут, я тут. Что это чё, было? Что с тобой, блядь, случилось? Ты видел? Я, сука, заснять это не смог. А что? Да? Я ещё капчу-то. Ты капчу неправильно вёл? Я тебя мог спасти. Да, я просто случайно Enter нажал. Я просто там надо было писать сразу, а там Enter, короче, надо. Это как короче, пила сюда какая-то, я обосрался. Сука, я это заснять не мог. Отойди, я это кину сейчас туда. Он сейчас здесь пишет. Вот, смотри, как это происходит. Сюда иди, дурак, блядь. А у меня фонарика теперь нет. Дай-ка. Сука! Замылю сейчас. Дай-ка какого мне хуя мне... ТГ сообщение приходит. Подожди, у меня надо замылить, ёб твою мать. А я могу отобрать? Надо замылить. Ёбаный рот, кто-то на стриме, сука, пишет мне в ТГ. Бля. А как посмотреть вместе? А, всё как. Да сейчас пойдем смотреть. Все, я ещё проверю просто, у меня сейчас не замылили. А, сюда. Чего, у меня 12 зрителей? Или ты пиздёшь? Ну, короче, смотрим. Чё, готов смотреть? Здесь надо прям на клип креативную реакцию делать. Готов? Наиль! Давай. Креативную реакцию, ладно. Все, вот я сейчас выкладываю, смотрим. Всем хеллоу, ребята, с вами я, мистер Членикс, и сегодня мы будем снимать что-то необычное. И мой друг, блядь, мистер хуй пойми кто нахуй, смотрите, где он, блядь. Он совсем ебанутый вообще, блядь, что он где находится. Вот мой дом, мы тут живем. Он пошел ко мне, друзья, и тут нахуй, вот он. Ебанутый зверь просто, ебаный, привет, сделай. Пиздец. Опа, чё в комментах, комментах, комментах. Подойди, подойди. Чё в комментах? Ау, до свидания, нахуй. Все, он, походу, пиздец самый. Я тоже туда пойду, мистер Членикс. А я выжил. Я уже туда иду, мистер Член. Вот отсюда я буду снимать красивый вид. А где мой друг находится? А вот он, нахуй, домой зашел. И чё, прыгаем? Ёбаный рот! Ух, нахуй. 600 зрителей! Бля, охуенно! 600 уже! Ебать, это рекорд, я тебе скажу. Ебать, потому что еще здесь не все это закончилось. Мистер Хуй, сука. А что делать? Привет. Хей, йоу, ребята, с вами мистер Хуй и со мной мистер... Мистер, блядь. Мистер Филармон, и мы идем туда. Это пиздец, как страшно. Давай селфи, брат. Это Госбастер. Это Госбастер. Этого, как это? Дилармона. Бля, что ты фонарик тратишь? Что, бля, ты угораешь? Ебать, я испугался. Че, прыгаем туда? Пиздец. Че это такое? Сюда вниз спускайся, че это такое? Ебать, я это вижу, и смотрите, это прям сзади меня. Бля, хуя. Ай! Что это, ебать? А почему закончилось? Ну, а потому что не... все, зарядка закончилась, я говорил. Ебать, ты что? Это, чтобы ты понимал, очень хорошо найти. 173 доллара. Ну все, кайф. У тебя тоже 173? Да. Не трать их, по-братски. Не трать? Вообще... Не, не, не трать, не трать. Ложиться спать надо, идем наверх, пойдем. Всем хеллоу, ребята, с вами я, мистер Членикс, и сегодня мы будем снимать что-то необычное. И мой друг, блядь, чё? Мистер хуй пойми кто нахуй, меня... смотрите, где он, блядь. Он совсем ебанутый чё? Вообще, блядь, что он где находится? Вот, вот мой дом, мы тут живем. Он пошел ко мне, друзья, и тут нахуй, вот он. Ты завис? Ебанутый зверь просто, ебаный, привет, сделай. А, это включился, я думал, у меня задержка на стриме.
А как выключить телевизор? До свидания, нахуй. Не надо выключать, дурак, пойдем спать. Я тоже туда пойду, мистер Членикс. А он меня орет на всю комнату. Я уже туда иду, мистер Член. Я еще посадь. Вот отсюда я буду снимать красивый вид. А где мой друг находится? А вот он, нахуй, домой зашел. И что, прыгаем? Ёбаный рот! Ух, нахуй. Ой. Бля, охуенный клип. Ой. Ебать, ты какой-то опасный, страшный. Мистер Хуй, сука. Ёбнуться. Хей, йоу, ребята, с вами Мистер Хуй и со мной мистер... Мистер, блядь. Привет, и мы идем туда. Это пиздец, как страшно. Давай селфи, брат. Это Госбастер, Госбастер. Это Госбастер этого, как это, Дилармона. Бля, что такое фонарик тратить? Что, блядь, ты угораешь, ебать, испугался. Чё, прыгаем туда? Пиздец. Чё это такое? Сюда вниз спускайся, чё? Пиздец, она орёт. А фонариков у меня больше не будет, я так понимаю? Я слил, да? Я слил все три фонарика. Класс, круто. Пиздец. Ёбнуться. Как я мог слить нахуй эти фонарики? Бля, у меня с собой телефона нет. У меня телефон О, проснулся. Сам такой. Дурак, куда делся? Хули ты не спал? Я, мы вообще поспали, алло. Ёбнутый, ложитесь спать, сверху написано, ёбнувши. Дуру, блин, поспи давай. Я сижу, блядь. Там было все слышно, как я в туалет иду, что ли? Нет, наверное. Все, ложись. Лёг? Я лёг. Ну, всем зрителям привет. Вот напишите что-то в чат, пожалуйста, если не суканы. Вы что, реальные? Ебануться. Всем привет, ребята. Я буду очень рад и счастлив, если вы что-то напишите в чат. Пожалуйста, напишите. Все, купите оборудование. Пойдем купим что-то. Мы играем в Warming, Content Warming. Охуенная игра, ребят, оставайтесь. Охуенная игра. А фонарики они восстановят? А где? Бля, фонариков нет. А, нет. Ты их не трать. И включенный всегда не оставляй. Ну, давай я один куплю. А, вот, возьми один фонарик. А, хотя, блядь. Я взял. А нахуй ты взял дешевый, возьми. А, нам не хватает. Да не, зачем мне? А где? А ты фонарик большой взял? Старый. Ой. Вот он, возьми. Или я сам возьму. Я взял. Ребята, вы в чате кто-то же вырос. Привет всем, ребята. Пишите в чат, буду очень рад. Охуеть у меня зрители, я не понял. Сколько у тебя? 12. Нихуя себе. Нормально, что пишешь? Факел, о! Фальшфейкер. Что такое фальшфейкер? Че, погнали? А, водить. Все, я камеру взял. Я буду камераменом опять, да? Погнали. Давай засниму, как мы заходим туда. Чтоб, ну, давай. Типа для всяких... Да стой, стой, да не... Да ёб ты, даже... Я даже не снимал. Алло, выйди и забегай. Забеги обратно. Так. Всем привет, ребята, с вами мистер Хуй. И мой мистер тоже. Всем так, привет. Это не звучало. Ух, ебать ты громкий. Все, пошли. Ебаш. Бля. О, тут, а тут новые локации, что ли? Мы в другом! А такого не... А, нет, та же самая, просто мы в другом месте заселились. Такого не должно быть. Все, не трачу камеру на всякую хуйню. А ты где? Я здесь. Ты ёбнутый, как ты туда быстро оказался? Стой. Далеко не уходи. Как бы, ты освещай дорогу тогда. Ты можешь прыгнуть. Давай вместе прыгнем одновременно вот сюда, в эту дорогу. А ничего не будет? Не должно. Так, подожди. Давай, раз. Привет, мистер Хуй, и я мистер Хуй. Сейчас будем прыгать вот сюда. Чё, готов? Прыгаем! Блять! А, сука. А, чё, да, куда, не туда приземлился? Мне, походу, рука сломалась. Пизда. А тут лазеры, кстати, тут нет лазеров больше. Ай, по мне застрял. В смысле, нахуй? Возьми веб-камеру. На, я тебя кину. Пизда. Я застрял? А где камера? Куда ты ее вы... А, вот. Не снимай так, не нажимай стрелять. Все, отдай, брат. Окей. Ты опять начал снимать, вот зачем. Кидай, пью, держи. Ну, держи, один раз нажми. Все, кидай. Тут лазеры пропали. Ну, ладно. Свети, нормально. Блядь, очень страшная игра, на самом деле. Как будто мы сейчас заблудимся, не надо так далеко. А что это за шар? Ебать, что это за швабра? Блядь, так страшно, двери открываются.
Блядь, а попробуй сейчас сюда прыгнуть на эти кругляшки. Я не хочу, я боюсь. Прыгай на эти кругляшки, давай, раз, два, три. Пошел, прыгай, давай, давай. Давай. Блядь, ты ёбнулся? Доброе утро. Алло, я встать не могу. Че, пойдем? Дорогу мне, дурак. Ты не обходи далеко, я должен снимать. Пойдем. Это я, Саня. Да, 100% сейчас что-то будет. 100%. Нет, медленно, медленно. Скопи, копи, бег. Ты что, бегать? Взять спайн. Я взял. Что это? Ой. Кто это стоит? Ебать, кто это? Что это за хуйня? Подойдем? Пойдем, подойдем. Подойдем. Ёбнуться, что за жук? Что за мудак? Блядь! Что за хуйня? Убегай за мной, за мной, за мной! Убегай. Быстрее! Мы сейчас заводим! Блин, нет! Иди нахуй! Иди нахуй! Бля, отстал. Или нет? Алёк, где? Пошли! Он ушел. А, ебануться. Как будто хватит. Нет, пошли, все, это наша задача выполнена. Братан. Съем! А все, уходим? Мистер член. Уходим? Да, да, погнали, погнали, погнали. Бля, за это мы должны... Ты где? Ты где? Куда он ушел? Ты куда ушел? Ты заебал, хватит, хватит, все, мы выполним дело. Так, пойдем наверх. Страшно. Давай на следующий карту. Третий день. Ничего не понял. Пойдем на, типа, наверх. Будем еще снимать, но у меня 16% пленки. Ну пойдем. Ебанутый. Точно, у нас мало пленки, алло. Так у меня 8% фонарика. Так пленки мало. Я снимать много не могу. У тебя фонарик не работает, нажми. Что это такое? Ну или обратно надо, обратно 100%. Нам точно? Наше дело выполнить. Если мы сейчас. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Нам типа за 3 дня просто надо 3000 просмотров набрать. Это наш цель. Нет, а не туда же, нам туда. Не, сюда. В смысле мы сюда пошли? А. Я надеюсь, наверху никто не будет ждать. Я тоже надеюсь, что наверху никто не будет ждать. Это... Мистер Чплен, это я! Не, кстати, мы уже 1100 набрали. Живой. Сзади кто-то бежит, да? Нет. Или да. Прощай, прощай, мир. Заходим. Я вот со своим другом. Фух, блядь. Ой, а кислород еще мало у нас, смотри, сзади еще кислород там есть. Ебануться. А ты где играете, скажи? О, блин! Привет, зрители, ну пишите что-то в чат! Чё вы, блин? Я буду очень рад, если вы что-то напишите. Или половнитесь! А фонарик не заряжается, да? Я не знаю. Надо поспать, наверное, поставить его. А куда фонарик ставить? А попробуй, попробуй! Попробуй сюда фонарик кинуть. Он зарядится? Ну ты заебал. Ну. Зарядился? Чекни. Нет. А, да, 100%. Ну, тогда все, кайф. Офигеть, гениально мы придумали. Пойдем смотреть. Всем привет, ребята, с вами мистер Хуй и мой мистер тоже. Как бы всем привет! Ух, ебать ты громкий. Привет, мистер Хуй и я, мистер Хуй. Сейчас будем прыгать вот сюда. Че, готов? Прыгаем! Ебать! Блять. А, сука, чё я куда не туда приземлился? Мне, походу, рука сломалась. Пизда, я сломал себе руку. А тут лазеры, кстати. Отдай, брат, за шар. Ебать, что это за швабра? Отдай, брат, блядь. Блядь, так страшно, двери открываются. Прыгай на эти кругляш, давай, раз, два, три. Пошёл, прыгай, давай, давай, для контента. Блядь, ты ёбнулся. Доброе утро. Алё. Ебать, кто это? Чё это за хуйня? Пойдём, подойдём. Подойдём. Ебать, чё за мудак? Ёбнулся. Чё за мудак? Что за хуйня? Убегай, убегай, придурок! Убегай за мной, за мной, за мной! Бежи! Быстрее! Мы сейчас закончится бег!
Это не так, господи. Блин, нет! Иди нахуй! Иди нахуй! Полёты где? Пошли! Он ушел. А, ебануться! Как будто хватит, нет? Пошли, все, это наша задача выполнена. Еще видео идет. Съебывай! А все, уходим. Член. Я тоже надеюсь, что наверху никто не будет ждать, братан. Да, вот это охуенно. Мистер член, это я! И нет, мой, кстати, мистер... мы уже 1100 набрали. 1200! Прощай, прощай, мир. Сука, я путаюсь, из кого голос настоящий твой. Я вот со своим другом. Да, какой-то крутой. Кайф. Кайф, кайф игра, кайф, я вам скажу, кайф игра. $187. Чем пока не надо ничего покупать? Согласись, охуенная игра. Не, не надо ничего покупать. Не, мне нравится, мне реально понравилось. Тут можно игру просто сломать, если ты лишний раз будешь что-то трогать, понял? Пойдем. Понял? Спать? Понял. Нет, я говорю, ты можешь лишний раз ничего не делай, то, что там не написано сверху. Окей. Потому что мы можем сломать игру. Все. Не, игра кайф, мне нравится. Игра вообще кайф, блядь, ну мне пиздец жарко, ебаный 20 градусов в моем городе, я его просто. Че у меня там вебка вообще работает, не работает, работает, не работает. Это последний день. Блять, нам надо затащить, если наш... А ну не, я думаю, 700 просмотров мы точно берем. Бля, подожди, мне спинку себе надо охладить. Ребята, вам надеюсь, это не очень громко слышно. Блять, вайн. А ты где? Фух, я здесь. Не играю. А ну-ка, стань возле мистера моего хуя. Ничего не нажимай, просто для себя скринчик сделаю. На меня смотри. Мистер хуй. И сам хуй. Да-да-да. Да ты заебал, Лиза. Чё ты, ты меня взял? Как? Ну-ка, еще раз подойди. Смотри, что ты можешь делать. Смотри вот на меня. Отойди, отойди, отойди. Вот отойди. Да ты заебал, хуй. Чё? Блять, за эту хуйню зацепиться можно. Он вроде паркурит охуенно. Он цепляется, типа как fall flat. А, да, я знаю. Я цеплялся уже, я там застрял. Ну ладно, похуй. Пошли, пошли кататься. Купить оборудование. Я пойду куплю оборудование. Камерменом будешь ты? Не, давай ты. Нет, теперь ты. Давай ты. У меня фонарик. Окей, я возьму фонарик за... Хотя тут можно медпомощь, объятия, дефибриллятор, клей-мяч, репортер-мик. Репортер-мик, теперь можете отлично слышать. Я возьму репортер-мик. А ты меня плохо слышал? Или это типа рации? Нет, нет, микро... Да, не... да ты дурак. Чтобы в это, в камере тебя не слышно, когда далеко хочешь. Как в реальной жизни, ты чё? А. Радио. А, радио. А может сразу же радио взять? Профмикрофон. Хлопушка. Реакция. А это последний день, и потом не будет игры? А я вот не знаю, кстати. Блядь, надеюсь, всё нормально. Чё, берем репортер мик или сразу радио ебашим? А где радио? Сколько он стоит? А, $100. Всё, радио, радио берем, и я возьму современный фонарик за 150. Как раз все деньги потратятся. А, у нас общий бюджет, всё, я возьми понял. Камеру. Возьми камеру. Подними это как... Хотя вам попку тоже нужно. Но камеру возьми. Я тебе сейчас подскажу. А я снимать не знаю как. А, короче, смотри. Читай сверху справа там как написано. Не нажимай, ты же сейчас не снимаешь, надеюсь? Нет. Красным не горит, надеюсь? Нет. Вот, R это переключать на себя. Зумить можно. Правая кнопка мыши, это, короче... Ага, все, я, типа, да, я понял. Точно. Только когда красным горит, когда снимаешь, только не снимай. И вон, смотри, справа там сверху написано, сколько, типа, пленка. Давай ты заснимем начало. Ты не сможешь никак не снимать. Всем привет! Мы идем в Ghostbuster. Поздоровайся. Йоу, 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 йоу. Погнали. Ты выкачал? Ой. Да. Так, подожди. Радио. Блять. Что это такое? Я, блять, радио взял, музыку, а не микрофон. Это музыка. Это музыка? А у тебя фонарик есть светить? Да, да, да. Вот крупный. Давайте это в свой. Он не включается от обычного. А у меня больше мест нет. Что это за звуки, блин? Мы приехали. О, этот Дискорд. Ну, кстати, да, сними это как типа атмосферно, меня снимай. Ребята, мы в Анапе. Кайфуем, атмосферненько, ночь. Да. Ой, блядь. Ты снимал? Да. Ну не портить еще карту. О, кто ходит, подожди. А ну, давай все звуки проверим. Пойдем. Подожди, проверь.
круче. А ну-ка, подними, смотрите, какое страшное там что-то. Смотрите, ребят, что за звуки там? Это капец вообще, что там падает? В этих дырках, походу, что-то падает. О май гад. Все, раз, раз, два, три! Три. Блядь! Что за звуки? Посвети. Ой, это мощный фонарь. Ладно, пойдем. Дамин, перестань. Я не могу сосредоточиться. А интересно, он все еще там стоит? Нет. Вряд ли он уже дебил. Блять, Амин. Ну вроде нет. Блять, да я очень боюсь, если сейчас что-то пойдет. А у меня еще все время. Кто-то бежит! Ой, блять, что это? Блять! У меня ударило! Ты где? Я его к себе приманиваю. Ты где? Что нахуй? Ты куда ищи? Что с тобой? Ты живой? Ай, блядь! Уёбище! Уходи нахуй! Уходи! Уёбок! Нет, уёбок! Ебать! Ёбнуться, блядь! Обрыган, сука! Блядь, я убегаю, я обосрался! Это пиздец, я выжил! Блядь, моего друга убили! Ебануться! А он бежит? Гондон. Фух, сука. У меня аж нахуй сердце чуть не ебанулось. Блять. А что это чупиздик? Он то там, то здесь. Все, я здесь, блять. Ой. Ёбнуться, блядь. Не, вот эта хуйня точно должна набрать нихера просмотров. Ебануться. Ебать, мы контенты наваливаем. Где он? Больничный счет. Ты где? Алло, я тут. Ты тут? Ебать, что ты, это ты, было? Ты радио мое. Ты мое радио, надеюсь, сохранил, которое за $100 купил? Нет? Нет. Нет? У меня места не было. Сука, и фонарь. А фонарик-то хоть современный взял? Фонарик взял. Который купил. Короче, мне тут в чате подсказали, знаешь что? Не светить ему в лицо вообще. Не светить в лицо? Вообще не светить ему в лицо, ни в коем случае. Все, погнали, ставь туда диск. Погнали. Димасик пишет, бойтесь паука и турели, они самые опасные. Птичка поела. Окей. Хорошо. Да? Да. Сейчас, подожди, не вставляй диск, я сейчас 5 секунд. Все, мне все равно играть не с кем, снимаете. Да. У меня написали не светить. А, и птичка поела, окей. Ебать. А вот, а мне сказали, снимайте те кости, позвоночек, ребра. Я думал, что за бред, хули мы в руки просто берем и кайфуем, оказывается... А ты где? Не ставь где? Только в этот, не ставь диск, подожди, не нажимай. Еще 5 секунд что-то проверю. Димашик пишет, а можно с вами? Ну... Кстати, если брат... Не, ну, кстати, можно наверное. Но если так... На следующий как будто, но... Сейчас как будто... Хотя, кстати... Кто в чате, вполне с нами могут играть. Просто у нас, знаете, такой моральный контент, ну, типа, как мы ругаемся тут очень часто. А сколько это? А сколько тут вообще максимум людей? Не знаю, кстати. Ну, если что, Димасик, фолловнись еще. Возможно, если даже не на этом, то на следующем стриме будем играть. Так что фолловнись. Мне сказали, короче, бояться гигачада и красного чучела. Осуждаю, если такой... Что будем смотреть видос? Я загружаю. Я 5 секунд сейчас проверю. 5 секунд.
Блять. Так, все, кактус, если ты с нами тоже хочешь играть, типа, вполне можно попробовать. Димасик, ты тоже, если что. Если, фоловнись, если что. Все, смотрим тогда, я загрузил. Всем привет, мы идем в Ghostbuster. Поздоровайся. Йоу. 700 просмотров набрать. Не, 700 наберем точно. Блин. Нахуй эту хуйню. Звуки. На радио жалко. О, это полезно, Фанькор. Ребята, мы в Анапе. Кайфуем, атмосферненько, ночь. Блять, звуки с Дискорда чел чисто просто так. Смотрите, ребят, что за звуки там? Это капец вообще, что там падает? В этих дырках, походу, что-то падает. О, мать. Спасибо. Раз, два, три! Три. Блять! Давай 600 просмотров! Не-не, наберем. Ой, блять, что это? Уёбище! Нет, уёбок! Пиздец, блядь. Блядь, всё, до свидания, я обосрался. Это пиздец, я выжил. Йоу, тысяча... Мы набрали. 1300 просмотра! А всё, мы выполнили цель? Да. А что делать теперь? С кайфа! Так, ложитесь спать, идем спать по дефолту. Сейчас, подожди, что там в чате? Не зря операторов всегда называют. Бойтесь гигачата, а 4 макс... А, слышь, мне тут в чате кактус пишет. Кактус, спасибо за фоллоу, это, во-первых, прям огромное спасибо. И, короче, 4 человека максимум, то есть твой фолловник... Фолловник, как это? Фолловер может подписаться, зайти к нам. Да, кстати. Мой может зайти. Короче, а с модом сотку пишет, представляешь? Ты просто... Сотку, чувак? Сотку людей забрать! Ебануться, это же будет хаос, нахуй! Стоп, да. А в этой игре реально можно 100 людей собрать? Это с модом, он пишет. Не покупайте. О, спасибо, Димаш, что фолловнулся. Атак 4, позовем. Атак 4. Вот. Атак 4, понял? Блядь, я представил просто 100 людей. А что делать? А все, наша цель выполнена. Что теперь? Спать. Ну сейчас новые цели будут, давай спать, слепи делать. Или там нужно еще больше просмотров будет набрать. Я больше в ахуе от того, что 15! Ой, блядь, стотка с модом! А 4, кстати, кайф. Ну, кстати, логично. 3 дня осталось. О, опять 3 дня поставили. Да. Ой. 39 тысяч просмотров! Сколько, блядь? Да мы все проебали, считай. Стоп, а как мы за 3 дня 39 тысяч сделаем? Ну, хотя не, может сейчас больше просмотров мы набираем. Да, типа, да. Мы уже популярны. Пока камеру не берем, давай пойдем посмотреть, что будем брать. Че, кто там посоветует, как что лучше взять? Музыка. А у тебя фонарика не осталось? Есть. У меня тоже есть. Так, блять, а жест, волнение, вся хуйня есть, типа, смысл от него? Реакция, аплодисменты, ее вроде как-то там кнопку какую-то надо день нажимать. Да, блять, тут рыбу. Она здесь не заполняется. А? Ты не снимаешь, надеюсь, пока нет. Не тратить? Потому что нам надо сейчас много набрать. И мяч. Микрофон как будто нужно стоит взять, да, я тоже думаю. Так, сервера не держатся. Ну, да, а микрофон для чего, кстати? Серверами тут не так. Микрофон, чтобы ты меня издалека слышал, если я мог отойти, понял? А где еще кактус? Там больше давать будут. Че? Сотка-то надо мод. Там больше давать будут денег и просмотров? А, короче, давай купим, чтобы ты мог меня... Я не понял. Димас, я не понял. Ты про что? Да ты заеб, иди сюда. Куда ты там, нахуй, делся? Я здесь. Ой. Алло, пошли вместе, куда ты ушел? Микрофон, чтобы ты меня слышал. На камере. А где? Я заебал. Я сзади. Все, иди подойди ко мне, нам надо оборудование купить. Ты забыл, ты же не снимаешь. Пока не надо снимать. Так, фонарик дальний. Ну, 600 слишком много. У нас таких денег нет. Fireflyer, как будто прикольная бесконечная тема. Медпомощь. Объятие, Дифпулята, скорее всего, полностью это чтоб, да. Восстанавливает, наверное. Не-не, это чтоб ты когда умер, я тебе мог этот. Да. Ну я и говорю, полностью восстанавливает. А вот объятие, это, наверное, когда ты еще живой. И какая-то хуйня полная, да? Вот эту не бери, даже смысла нет брать. А, кстати, от реакции, скорее всего, больше просмотров будет, я думаю. Да? Что нахуй, Сет? Кстати, назад ты ебал. Так, а что тут? Да ты за... Подожди, а ну-ка, дай-ка реакции 2 посмотрю, и какой-то тут есть смешное. О, я возьму дешевое, давай. Вот эту хуйню. Так, окей, я этого взял. А, что еще надо взять? Про счастье уровень. А, ну я понял. Дима пишет то, что сейчас будет больше просмотров давать.
Потому что мы типа уже популярны. А, ну кстати, я говорю, типа подписчиков набрали. Да-да-да. Так, ну короче, я использую этот лайк. Давай ты будешь снимать или я? Ну, давай ты снимаешь, потом и следующий раз я. Так, не зря же я реакцию куплю. Так, ну и давай покупим тебе. Кто пишет? Не, блядь, объятия тогда давай берем. Кто пишет? Или освещение. А. Ну, освещение в следующий раз. Короче, объятия берем. Ева, но там и монстров все, больше будет. Я все беру. О-о, монстров я больше будет. Не, отойди оттуда, отойди, я пойду. Блин, все, с кайфом. Нихуя, что это такое? Хуя. Что ты делал? А что делал? Что ты делаешь? Это реакция? Я понял. Не, не бери это, не бери. А выкинь, выкинь! Эй. А, блядь, тупые, сука. Это... Подожди, а как реакцию использовать? А! Кайф? Кайф. Все, пойдем. Все, пойдем. Так, подожди. А, вот эта хуйня-то лечит, лечит. Какая? Книжка вот эта лечит, не забывай. Вот эта хуйнюшка лечит. А как это лечит? То есть ты ее должен в руки взять и что? Так, берешь в руки, обнимаетесь, и тот вылечился. Все, с кайфом. Погнали. Чё, начинаем туда играть. За микрофон дают очки, за разговоры на камере дают и количество. И тоже. Давай быстрее заходи. Блядь, микрофон надо было взять, да? Ладно, следующий микро возьмем. Блядь, я говорил, так и не взяли. Слышишь, за микрофон очки дают. Большие, блядь. Мы спускаемся. Пора возвращаться. Как же неудобно. Не надо возвращаться. Так, подожди, 5 секунд. Все, погнали. Новая локация! Ебать. Охуенно. Хоть круто. Говорят, монстров больше будет. Эмоции давать. Мы тут. Бать, я слышу слишком много прям ходьбы прям как будто. Бать, новая локация. Ты еще говорить, когда снимать? Надо больше говорить. Ага. Опять какая-то хуйня. Ты не иди вперед, камеру не теряй, Наиль, я буду впереди, мало ли сейчас камеру ты потеряешь. Хорошо. Но вот это не надо. Идем туда. Тут есть, да? Лицо не... Блядь, ты дурак, сука, не иди вперед, испугался. Так, лицо нельзя светить кому-то. Да, вообще никому не им помогает. Лицо нельзя, да, светить? Ну, надеюсь, ну, вот тому, который был с нами, ему нельзя уж точно сказать. Блядь, ну тут как-то страшно, мы выберемся вообще отсюда? Здесь 62% зарядки. У меня 68%. Ты камеры только не освещай. Просто руки. Ебать, там дырка. Ебать. Прыгаем сюда? Прыгаем. Как будто не стоит. Не, не надо. Короче, кости, всякая хуйня, вот тоже надо снимать. Да ты заеб, я впереди. Опа, люк откроется. Или она схлопнется. Опа. Блять, страшный звук. Что за звуки страшные? За мной. В другую сторону. Чуть выше. Чуть ниже еще можно спуститься. А. Ебать страшно, у меня прям игра вроде детская выглядит. А мы потом не выберемся же. Давай сюда. Кто-то есть. Так кто-то есть. Где, кто? Давай чуть выше. Снимай. Вот, снимай. О, ебать. Ебать. Салмали. Он бежит. Ебаный рот. Поднимайся! А где? Нет, стой! Поднимайся, он сейчас был быстрый, ты видел? Да нет, он не прибежит, наверное. Он поднимается? Да, хуй, давай зайдем лучше. Что, ну давай смотреть. Да нет, вроде не бежит. Или бежит. А я слушаю, вот шаги. Не шевелись. Блядь! Ой! Снимай веб-камеру, типа веб-камеру. Стой. Че? Он пока... Нет, снимай! Ой, свети! Ёбаный рот, что это нахуй? Ебать! Сломал! Амир, он быстрее, заходи! Давай! Ой, бомбу кинул, блядь! Ой, нахуй! Ебать, мы взорвали! Давай, пошли, всё, погнали! Ёбнуться, блядь, взрывы, сука! У тебя там камера полностью заполнилась. Так, чё, прощай, что... Там 4-5 этажей, взрывоопасный челик. Да я понял. Алло. Уже. А это кто зашел? А, всё. Слышь? Да. Алло, Наин, да, ты чё это, ты полностью использовал камеру, типа, её функционал? То есть там процент? Ну, 16% остался. Давай сюда сними, не кидай. Какую-то хуйню сделаем, сейчас придумаю что-то. Чё можно сделать? Ой, ёбище, что-нибудь как он.
Ребята, это вообще пиздец! Полный! Меня. Да. Сделай реакцию, реакцию сделай. А, это просто. Лайк. Лайк! Все. Все, погнали, дай. Еще надо хуйнюшку зарядить. А, она заряжена? А, кидать не обязательно. Короче, этот фонарик, походу, сам заряжается. А старый нам сюда кидать. Ты фонарик тоже возьми еще, у меня он оказывается. А, у меня есть старый фонарик. Погнали. Все, погнали, кидаем. Че там, подожди, в чатике, что там, чатики. О, мага, кто-то в чатике. Привет всем, блин, я не замечаю вас, сорян, я просто с телефона дебильного. Подожди, не запускай. 5 секунд, чатик читаю. Так, сервер лагает за микрофон, мем. Блин, у меня нету такой, такой фигни, к сожалению. Опять же, всем привет, фоловьтесь, буду очень рад. Если увидите 4-метрового существа, то молитесь всем богам. Это все равно не поможет. Тот, кто с миксером бежит по одной траектории. И что за 4-метровый чел? Это не знаю, но вот который мы видели, это, короче, знаешь, как Булл в Бравл Старсе или кто там. Ну, я понял, но он кидается бомбами. Он прям херачит по прямой, я так понял, и врезается и падает. Не, он типа. Короче, он прыгает. По прямой. Он всё, по прямой ебашит. А что я делал? Это реакция? А! Кайф? Кайф. Мы спускаемся. Мы тут. Блять, я слышал слишком много прям ходьбы, прям как будто. Новая локация. О, уже много, уже 1000 попадает. Иди вперед, камеру не теряй, или я буду впереди, мало ли. Но все равно мало. Бля, охуенная игра. Нужно 30 дней набрать. Идем туда. Ну тут как-то страшно, мы выберемся вообще отсюда. 62% зарядки. У меня 68%. Охуеть. Как будто не стоит. Не надо. Что за звуки страшные? За мной, за мной. Ой, ебать! Салам алейкум. Ебаный рот! Охрененный язык у нас лица, блядь. Блядь! Нет, снимай! Чем нахуй? Ой, всё, тихо. Ёбаный рот, что это нахуй? Ебать! Амин, быстрее заходи! Вон он, блядь, кидает нахуй. Сухой нахуй. Ебать, мы нормально. Игра, блядь. Пошли, всё, погнали нахуй. Ёбаный, давай вебку тебе оставим. Чё там, вебка работает? Ребята, это вообще пиздец! Полный. Да. Сделай реакцию, сделай. А, это просто. Лайк. Лайк. Ну, охуенно. Не, ну 8400. Чё-то маловато, на самом деле. Мне кажется, опасно. Сука, это собаки на улице. Сейчас сожрут, нахуй. Так, что там кричат? Это у тебя собаки на улице орут? Да, это у меня собаки кричат. Он почти безобиден. А. С миксером, короче, безобиден, но можно просто убегать, им вообще пофиг, я так понимаю. Он, короче, по прямой бежит. Его ульта срабатывает. Короче, кто смотрит этот стрим, я просто прошу вас, подпишитесь. Ну, да, фоллоу. Поддержите малютков нас. И уведомления. Погнали спать. Да. Go sleep. Погнали. Ну, бля. Так, ну, уведомление по дефолту включается. 8400? Нам еще 2 дня? Вот. Да. Да, фу, блин, мне прям жарко, эти 30 градусов на улице, просто в рот. А если мы вдвоем умрем, то все? Чатик, кактус, кто там? Что будет, если мы умрем? Игра все, ДД, типа, ББ, до свидос? Потому что опасно. Что там, в чатике пишут? Как будто бы. Спуктюб. Так. Чё, погнали? Давай ты снимаешь. Ну я буду, да, снимать. Микрофон тогда я сейчас возьму. Микрофон берем какой, блин? А дай мне тогда свой фонарик, чтобы не тратить. А, я буду снимать, да, еще лечилку возьму. Угу. И фонарик. Так, радио это хуйня на поле. Оказывается, это, блядь, не радио. Я спутал рации, дурак, еще и 100 долларов по тебе проебал, так скажем. Ой. Так, репортер микс, скорее всего, а микрофон проф, для чего он, типа, это? Он еще так выглядит, как у тренера, блядь. У меня это уже не такой. Типа, его как? Он типа к рту цепится. Че там в чатике? Как тут срочно, help в чате. Есть. Да, ну вот, да, если. Ответьте, что будет, если мы вдвоем умрем и для чего фонарик? Не-нет, если умрем, то все, до свидания. А вот микрофон какой лучше взять? Репортер? Я думаю, репортерский. Плохо, я беру репортерский. Телескоп, дубина. А, это типа электрошокером херячить можно. Клеймяч, это типа они цепятся. Давай возьмем клеймяч, я буду херячить в них. Типа, чтобы побольше снимать. Давай. Клеймяч, ну я же понимаю, это типа когда кидаешь в них, и они типа до свидос. Мистер Куй. Клеймяч. А где камера? Ну, да. А тут нет описания? А вот и нету хуй, да, вроде? А нет. Не, нихуя нет. Да, нет. Так, реакции не нужны.
Хлопушка. Не, мы сейчас должны дохуя набрать. Сука, я испугался. Устройство. Ну, репортерский миг 100% наберем. Хлопушку стоит брать. Блин, я вот не знаю, конечно. А, проф микро просто дан. Просто данный микро плюс 2 метра длины. Проф микро просто длинный микро. А. Тогда хуйня лучше, пусть у меня в руках будет репортерский. Так, а хлопушка. Тут камера. Взять хлопушку, как думаешь, стоит? А для чего она? Мы же даже не знаем, для ну, чего. Типа, начало съемки. Хотя это бред как будто. Это типа просто для видео. Ну зато какое видео красиво, наверное, получится. У меня места нету в инвентаре. Ну я же. А, да, так сказать. Ну ладно. Берем тогда это. Все, я беру это. Вон камеру возьму. Давай на меня, браток. Давай еблишко. Алло, как меня сверху? Дальше хорошо слышно? Ну-ка, сейчас я отойду. Раз. Только не снимай, не трать. Да, прям вообще. Я сдалека тебя слышу. А, ты меня все равно не слышишь, дурак. Не, я тебя прям сдалека слышу. Это ты меня не слышишь. А, это все-таки тема хорошая? Да, я тебя прям очень далеко слышу. А вот давай я уберу его с рук, будешь ли ты меня сдалека хорошо слышать? Ну-ка. Окей? Давай. Ну, сейчас ты меня слышишь. Вот. Нет, сейчас не слышу. Алло, иди сюда. Наверное, лучше, да? Вот так лучше меня слышишь. А вот сейчас уберу. Да. Он всегда теряется, хорошо слышно, да? Теряется сигнал. А, теряется. Хромакей? Да, кстати. Ну, подожди, не надо там. А, ну давай я буду репортерский ник, ты меня сдалека. А, я же... А смысл этого хромакея? Не знаю, потому что, наверное, красивый репортаж снимать. А что меня, типа, когда я убираю эту с руку, нормально меня слышно или что? Тебя вообще не слышно становится. А вы сейчас меня слышишь? Да. Ну, сейчас тебя слышу. Я тебя слышу сейчас. А вот когда я его с рук убирал до этого, типа, да, раз, я не пошел слышать? Нет, наоборот, плохо. Ну, типа, ты отдалялся. Нельзя тебе петличку взять? А вот так всегда хорошо, да, слышно вообще поебать? Всегда качественно. Uh-huh. А я тебя не слышу, скажи мне в лицо. Да, слышу. Так всегда было хорошо, да? Да. Все, погнали. А хули я микро взял, дурак, блядь? На, бери. Я же камерамен. А лечить давай я буду, кидай мне лечилку. Я же камерамен, видишь. Так, 5 секунд. Что там в чате пишут? Микро также увеличит звук шагов, и можно брать интервью у монстров, условно, у улитки. У интервью, блядь, у них брать? Чё за... Что за бред? Кстати, много в этой игре не знаю, как будет хорошо. Так, еще я снимаю, не забывай, то есть контент тоже делаешь. Давай, снимай. О, блин, вот так. А, все, вот так делаешь, короче. А, зачем мне это нужно? Я в этой пыль. Зачем ты мне в рот суешь? Да ты заеб, сука! В рот еще. А, все, погнали, спускаемся. Да ты заебал, отстань от меня, мистер Ты. Чтоб не втыкал. Я камеру разобрал. Ну чё, мы приземлились. Погнали. А ну-ка. А проверь, насколько далеко ты отойдешь, как у тебя будет. Ебать, где мы? Опасно. Ебать, опасное место, ребята. Не хотелось бы отсюда упасть. С мистером Хуем. Ебать, я испугал, что кто-то задействован. Я слышу кого-то. Мне страшно. Фонарик, алло, фонарик у чай. И сразу никто не будет. Я снимаю, когда кто-то. Кто здесь? Здесь кто-нибудь есть? Ты же понимаешь, если мы, сзади кто-то подойдет, то мы не выберемся. Да че, ёбнуться от страха сюда можно? Че, идем, пойдем. Дверь сюда. Ты здесь вперед. Блин, это мы в залупень зашли, отсюда выбраться надо. Блять, ну уже страшно. Мне кажется, зря мы сюда идем. Ну идем обратно. Ой. Ебать, ну мы же не спустимся. А мы сможем вон подняться. Че, идем? Думаешь? Прыгаем? Давай. Ёбаный рот! Блять! Вот, кто это? Не, никого. Нормально? Ну он же не поднимется, надеюсь. А мы сможем вообще подняться, да? Ну, я... А где ты лестницу видел, дурак? Я же лестницу тоже мне казалось, что я видел. Не, вот. Вот так. Через ящики. Ой. Давай, я же вообще поебот. Ну да, сможем. Ну что, пойдем? Все, погнали вниз. Будь ласка. Ну, пошли, вперед.
Красное, что-то красное такое. Ёбу, Валь! Блядь! Нет, Валь! Валь! Ай, блядь! Ебануться, сука. А как мне камеру забрать? Блин. А! Кто это нахуй? Привет. Ты уёбок, блядь. Дай мне камеру забрать, уёбище. О, сука. Пошел отсюда. Нахуй иди. О, долбоёб, блядь. Ебать, я этой хуйнёй этой... Ебать, разогнался. Я этой хуйнёй яйцо размешиваю. Иди нахуй отсюда. Обрыган, блядь. Дай мне камеру забрать. Ты сука. Ты сучка. Пошел отсюда. Да ты сучка. Хорошо, я уйду. Я просто здесь буду. Все, я здесь. Я надеюсь, там Амин все заснял. Блять, заебало уходить. Иди нахуй отсюда. Сука, уёбок, а? Кто, блядь? Быстрей, быстрей, сука, быстрей. Уёбок, уёбок, вали, вали. Уёбок! Нет! Пошёл нахуй! Ебать! Где камера? Сука, миссия невыполнима, блядь. Ёбнуться. Я, блядь, выжил, прикиньте, я выжил! Пиздец, я выжил! Да, пиздец! А еще я тебе говорил, что он тут блендер, и он вообще не опасный на самом деле. Он врезается, лежит, и он только по прямой хуярит. А так я ждал, пока он уйдет с комнаты. Да, да, я понял. Блин, я хотел сказать, ты этот, дискорд залети и убери мут. Убери мут срочно. Ну, чтобы я еще тебе подсказывал, когда умираю. Ага. Что я понимаю, умирать буду я больше всех. Так, мьют. Все, ты замьюсь. Я замьюсь все. Пиздец. Че, пойдем смотреть? А ты там, надеюсь, все подснял, как он тебя убил? А вот ты подснимал, когда убегал? Да. Я хуёво снял. Ебать, опасное место, ребята. Мы сейчас будем с мистером Хуя. Ебать, я испугал, что кто-то сзади есть. Ёбаный рот! Тыща. Тыща. Блять! Вот, вот. Не-не, нет никого. Красное, что-то красное! Че это такое? Ёба! Уёбать! Нет! Блядь, мало вы сняли. Да, пошёл нахуй! Блядь, ебать, просмотров мало. Доигрались, походу, представься. Где камера? Я, блядь, выжил, прикиньте, я выжил! Я выжил! Да. Пиздец. 5000 руина. Ты ж понимаешь, что мы сейчас должны... А мы не можем в один день сразу несколько с ним? Ну, опять зайти. А, скорее всего, мы можем, но зарядки мало будет. Да? Или нет? Блядь, походу, это руина катка. А ну-ка, кто там в чате? А нет, камеры нету. Камеры-то нету. Чё не можешь уснуть? Спи. Чё там по камерам, не нормально всё? Наи, срочно. Слышь? Да. Слышь? Ты что-то прям этот, надо было... Ты, короче, в этом домике своем? Он, походу, домик может не париться по ему вообще поводу. Какой домик? А, вот это? Сука, да выключи надо хуйню. Всё, скай, до свидания. Я говорю, блядь, 13 тысяч просмотров, это пиздец. Я просто говорю то, что
Это, что я говорил, ты ёпта, я забыл нахуй. Ты сказал что-то про домик. А, ну типа, когда мы в этой хунюшке, типа, ты не бойся, то оттуда хоть что-то надо было тебе снимать. А, ну, эффект. Эффект секунд. Страшность. Блин. Магазин закрыт, пойдем спать, похуй. Блядь. Я думал, там камера включена, все, у тебя время было, когда ты умер. Блядь, кстати, я как будто нажал перед смертью выключить. От страха хотел ударить, но потом понял, что не ударится. Ну мы, скорее всего, не наберем. Походу, проигрыш, все, проигрыш. Пиздец. А мы начнем с этого же дня или нет? Чат. Мы сейчас нахуй в этой в игре очень пиздец все кричим, потому что это пиздец нахуй. Мистер, ой, это я. Че, это кто снимал? Я снимал же. Давай ты, будешь снимать. Ты, блядь, как-то этот нахуй, не посыканули, как я. Я сыкую, блядь, каждую секунду. Блядь, у нас что, ни камер, ни света, ничего? Ну, хотя бы микрофон остался? Не, у меня есть, на, вот этот свет и микрофон. А мне... Блядь, какой же... А тот свет куда делся? А тот свет нету. Ты реально? Ну, я в спешке взял. А можно свои вещи старые найти? Скорее блядь, всего, можно, смысле. Кстати, он там лежит. Наверное, можно. Думаете? Можно восстановить? Соседи, привет, Андрей. Да, соседи вообще в охоте. Кстати, игра реально страшная никогда. Не такая хуйня. Прям сейчас в охоте. Не очень понравилась игра. Короче, надо воскресителя покупать 100%. Ебанушка. Алло. Здравствуйте. Я говорю, мне надо покупать вот этот восстанавливатель жизни 100%. Ну, блядь, даже нам у него не хватало. У тебя хпшки полные? А как? Вот сука, мы дураки, проебали вообще. Да, полные. Ну мы должны сейчас такое набрать, ну заснять, чтобы 23 тысячи просмотров. Блять, а чем можно убить? Ой, 26. Вот, блять, ну нам не хватает, ну чё? Ты заебал. Телескоп, дубинка не хватает. Клеймяч, как будто клеймяч я возьму, похуй, $50, да? Или не стоит тратить? Хотя последний день. Было, не было. Последний день, давай потратим. Да как жарко, я сейчас на сюда прыгну. Блять! Ёбнутый? Это чё было? А ну-ка на меня, ты чё, ёбнутый? Что это было? Я охуел, блядь. Я оттуда спрыгнул. Нет! Ебать, что это? Зачем ты её использовал? Что же желе? И чё? Блять! А зачем? Эта хуйня останавливает зомби! Вот эти. Я её здесь использовал. А она 50 долларов стоила, ну возьми еще. Ну похуй, Лекс. Хули меня дальше. Это как этот, из Atomic Heart. Как... Ну, кстати, все, нахуй. Этот, как палапипед, как он называется? Как из Atomic Heart это. Блядь, тоже не помню, забыл. Так, ну можно как-то расставить красиво? Чё там? Чайки не вижу. Так, сейчас стоит 30 рублей, но сперва ты не давай. Вот это обидно, кстати. Ну 30 градусов я тебе скажу, я не кайф, мне прям плохо даже сейчас. Чё, погнали? Алё, погнали? Ты камеру не разъедет. Так, давай я скажу что-то перед началом. Нужно. Или давай, пойдем, все, пойдем, похуй, я тебе потом скажу. И ты всегда говори, что ты снимаешь, всегда говори, объясняй. А когда неожиданный момент, ты сразу снимай, похуй, сразу нажимай и проверяй, что у тебя красный. Хорошо. И от близко, конечно, чтобы было широкоугольно. Я тебе говорю, как будто реально. Ебать, что было? Я снимаю. Мы на том же самом месте. Ребята, всем привет, дорогие друзья. Ставим вам всем лайк. Всем привет. Смотрите наше видео. Здесь опять это взрывоопасно будет. А что нам сказали в чате про взрывоопасного? Я забыл уже. Тут прям каждые мои шаги слышно, я сам его слышу. А светик? Бля, какой же веришь туда. Туда не надо, как будто... Проебали, я не знаю. Блять, фонарик у тебя нагло могу. Да, кстати, надеюсь, тут есть эта фигня. Мы заходим, спускаемся вниз. Скажи что-то. Прокомментируй. Я скажу, что это просто полный пиздец. Охуенный. Опа. Как будто сейчас какой-то. Блять, часа. Я слышу. Какой-то конч. Кого? Пищит кто-то. Кто-то там вот там пищал. Блять, игра очень громко у меня сейчас стоит. Не знаю, как у вас, но я тебе включаю.
Блять, как будто обратно. Пойдем там лучше поискать. Тут не, смотри, вот куда выберешься. А, ну да. Ебать, а здесь? Это то же самое место, кстати. Да-да, а здесь? Спуститься. Опа, снимай серии! Чёрби, чёрби, чё это такое? Что так, это такое, ёбаный рот? Да. А ну-ка, я возьму. Пизда, я зря взял его, фонарик проебал. Я фонарик проебал. Ай! Чё, чё, нормально, сука. Нормально. Пойдём туда? Ёбаный рот. Соседи походу. Три хуй. В три хуй. А мы же тут были, да? Опа, скелет, снимай скелет! Смотри, скелет, это пиздец. Любого скелета, это вообще всю. Это сюда. Я слишком много снимать не буду, уже 40% осталось. Ой, блядь! Кто? Кто? Откуда? Убегай, убегай, убегай! Блядь! Давай! Сюда, 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 сюда! Клей, клей, клей! Ёбаный рот! Дурожный! Не снимай! Все, поднимай наверх! Снимай его, снимай! Снимай, снимай его, снимай! Не, не... Блядь! Что это за херня? Снимай, снимай, снимай! Снимай сюда, быстрее, он сзади тебя, быстрее, беги! Кто сзади меня? Беги! Он тебе сзади, к полу! Кидай камеру! Хотя пол, кидай камеру! Нормально! Эй, лампа, нормально, все. Куй нахуй, я не все вижу никакого паука. У меня свет закончился. Блять, бежать как будто не стоит. У меня... Но мы ничего такого не засняли. А у меня 6% на камере. Все, перестань снимать, подожди. Хорошо, аллергия началась. Сверлит кто-то. А ты прям видел этого паука? Дай, 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 снимай, 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 снимай. Снимаю. Срочно. Быстрей! Я не могу. Он где? Нету его. Его нет. Блять, нам надо добить. Все, у меня 0%. У меня 0%. Все, блин, я не могу. Он бежит, пизда, бежит, пизда, бежит. Пизда, пизда. Сори, извини, Амин. Ты тут? Ты тут? Помогайте! Как встать, Наиль? Что ты делал, чтобы встать? На Е, ну, пробел. Ты где? Ну, пожалуйста, что делать? Ах ты, сука! Убегай, убегай, Наиль! Уёбок! Ах ты, блядь! Я сдох. Он, блядь, на паутине висит. Я хлопани, вылечи, вылечи меня. Я сдох. Вылечи меня. Я сдох. Наиль. Пиздец. Уёбище какой-то. Вылечи меня. Да все, я сдох. Ты тоже умер? Да. Пиздец. Very few people. Тот, что кидает с бомбами, так, надо подойти впритык и угадать тайминг, когда он сам будет взрываться. О, паук, его контроль сложный. Нужно просто убежать. Ну, пусть и жили они долго и счастливо. Эх, не получился, не выполнить. О, пизда. Слышь? Чё? Надо было, короче, кинуть что-то в лапу этому еблушу. Там вообще, блядь, если что, там паука вообще не было, он только потом появился. Нужно было сразу бежать. Да, от него либо только убегать, ничего не сделать. А вот тот, который кидается бомбами, мне сказали, просто возле него надо встать, он сам взорвется. Бля, ну, опять 3000 просмотров. Блять. Ну, а похуй, нормально, кажется. Гандон. Я уже даже больше буду еще в стриме. Блин, опять 3 зрителя. А прикинь, только что был 12. Прикинь, мы час уже играем. Охуенно играю. О, все по новой. Давай все, я просто мощный сейчас, мне похуй. Там, кстати, в конце какая-то кукла вылезла, вообще охерел. А, нет, не и вот эта зона, где наш корабль, это не сейф-зона, он меня как раз там и убил. Прям в сейф-зоне. Да? Да, в самом корабле он меня как раз и убил. Так что это нихера не сейф-зона. Бля, возможно, мы сейчас могли выиграть. Надо бы тебе просто дверь, да, значит, закрыть. Угу. Но он уже все зашел, я с ним в одной кабине был. Че, ты снимаешь, Илья? Да, я снимаю. Наверное. Ну теперь все, надо чуть помужественнее быть. Тем временем какая-то девушка из геноцида. Да заебался, блядь, геноцид. Да заебал уже кидание. Мог, да ты заеб, блядь.
Ребята, кто смотрит, пожалуйста, пофолонитесь, поддержите молодых. Таких, как я, например. Наид, ты чё, а куда еще фонарик третий делся? А, у ты меня. Ты чё, два фонарика взял, дурак? А? Поставь один, нахуй. Тебе еще кину. И кидай, если чё, чё-то там сразу. Надо, короче, пауку в рот что-то кидать. Не, игра вообще всё, кайф, мне нравится. Всё, давай. Давай. Где? Здесь. Ребята, всем hello. Ой, блядь. Чё, давай, закрывай двери, погнали. Давай, хай, бэйма. Заебал ты без такие. Ну похуй, я сейчас смелый, мне поебать вообще, поебень. Поебать. Изи, я мистер смелый. Ты снимаешь? Я снимаю, Санечка. Санечка, Санечка. Всем привет. Мистер Хуй снимает. Мистер Хуй, это я. Ой. Фонарик, алё. Я должен... Не, пока не надо, зачем? Давай, где ты? Куда ты себя посылал? У меня выносливость быстро заканчивается. Прыгаем. Давай. Туда на счет три. Раз. Братан, прыгай. Раз. Пока. Ай, блядь. Ой. Доброе утро. Хай. Опять тут лазеры. О, кстати, тут пройти можно. Ебать, это пиздец. Осторожно, только прям по углу. Кто-то ходит. Как будто мы уже много прошли. Да не. Что, не хочешь опять на эту хуйню? Не хочу. Блять, а ты свети, сука, у меня свет не работает. Не трати на это, что съебаться. Сука, нос держится, я не был. Если гондон опять тут? Нет, нету. Ну что, мы туда не хотим? А. Нет, я сюда не хочу, это страшно. Не хочешь? Некомфортно. Фонарик, знаешь ли, там попасть. Тоже не особо комфортно. Вот сюда. Ничего нет. Я только первый момент. Опа, кто-то ударился. Ребята, где мы нахуй? Тюрьма какая-то, блядь. Ай, сука! Кто меня в плен взял? Алло! Прыгай, алло, освободи! Прыгай, 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 я вижу, снимай, снимай! Я прыгаю! Ёбаный рот! Кто это? Да уйди нахуй! Освободи! Алло, блядь! Алло! Что за хуйня? А ты можешь мне помочь? Я не могу! Как выбраться? Давай! Да ты ую... Помоги мне выбраться! Блять! А как выбраться, сука? Ты, сука, уёбок! Ёбаный гондон! Штопанный, блять! Ты уёбище! Пиздец! Меня надо какая-то хуйня заставить! Ну чё я сделаю? Как выбраться? Блять! О, выжил? Как а, нет, не выжил. Не вышел. Сука, как жарко, блядь. Ебал, попал, просто втаптывал это все. Что, мы, блядь, на первом дне самым легком проебали. А чё, походу, как отсюда выбраться? Вот как убить этого типа, мне вот просто интересно. Ёбаный рот, как избавиться, убить? А как? Нет, я просто нажимал на все кнопки, он вообще не вылазил. Да, я тоже самое, не мог просто выбраться, а что делать? Чё там в чатике мне подсказывают? Подсказывают, чё там в чатике? Сосок, носок. Так, читаем сообщение в чатике. О, мне Ваня легенда пишет. Так. Ты сказал, паучок секси. Реально? Ну, кстати, паучок не секси. Не пауку, а той, что подняла тебе потолку. Блять, я, сука, не помню тот момент, что я там говорил. Так, ой, блин. Пауку, а той, что подняла тебе потолку. Блять, тебе надо было просто фонарик кинуть вон туму, который наверх поднимает. Он засосет что-то, но не тебя, понял? Пиздец. Сука. А ты тоже? Так. Ты тоже висел? Или нет? Продам одеколон Саша. Надеюсь, ничего не осуждительно осуждаю. Так, какой это друг? Я тебе помогу. Тем временем, тучок, я спасаю, я убегаю.
Сосок, носок, кто тебя убил? Ну пиздец. Тот, кто тебя убил, на него надо светиться. Охуенно. Это мне или тебе? Блять, мне. Кого меня? Короче, убил? Я так понял, должны. Я просто должен был кинуть фонарик ему. Да, ты, который сосет, фонарик кидаешь, а мне надо было паучку светить. Сука, как же все запутало. Блять, это все надо еще думать. Мозг включай. Спать давай. Ну так мы день уже просрали, блять. Пиздец. Бля, как же жарко, магат. В кучу вентилятора. Надеюсь, он у вас, сука, не шумит. Осталось дней два. Вставай, заебал. Мы подтвердили хуйню? Здорово, заебал хуй. Ебать, ты приблизился. Просто заебал сосать член. Ой, блин. Прям через тебя перепрыгнул. Так, знаешь что? Мы проверили один миф. Какой? То есть, если мы оба умираем, игра не заканчивается, просто день скипается. Результат сохраняется, но это уже хорошо. Но в итоге камера... От камеры ничего и нету. Свет бери. Вот два света еще. Я себе нажимаю. Кидай. Все, погнали, хуй себе. Какой кидай. Свет сделал? Бомж. Блять, ну мы выиграем вообще за два дня что-то? Затащим, я не знаю. Тот бы кадр был жесткий. Нужно до хера контент сделать. Ну, там только три символа можно ставить. Эти символы обычно там сразу зарубят, я слов. Ну, похуй прыгай. Я так же смею, я такой же смею никогда. Ёбаный рот! Блять, ну это нелегко, оказывается, игра, сука. Если все без точек прям всяких до конца сбивается. Надо много друзей, значит, иметь. Да, тут нужно, сука, прям стаком собирать. Вдвоем никак играть. Да, тут вдвоем нужно никак. Минимум 4. Надо взять. Не минимум, а максимум 4. Что, так же прыгаем по ходу? Блять, я зацепился там за что-то. Всем салам алейкум. Че, может что, туда свети, уже? Свети. Так, туда. Свадьбу. Можешь, вполне можешь свадьбу. Если у тебя микро хороший, есть, имеется, в принципе, вполне можешь. А, тут, прикинь, тут дверь не открывается. Пойдем только туда. Подожди, к нам может кто-то залететь. Давай нам поможет чел шарик просто. Расскажешь нам еще, чувак. А, ты можешь на стриме замутиться? А? На стриме замутиться. Я замутю. Звук имеешь в виду или экран? Ну, вообще, на стриме полностью замутиться можешь. Что-то хочешь сказать? Да. Ты тоже все замутил. Я тебе сейчас проверю, замутится. Так. Подожди, я не замутил. Говори, говори быстрее. Должны мы же постелить. Все, все, не говори, чё. Все, мы тут. Так. Слышали, собаки? Моментики так, некоторые обсуждали. С нами ты можешь поиграть, я бы не смог с вами сыграть, я бы запретки жестко не встречать туда. Запретки? Ну это понятно. Не-не-не, другой говорит. Могу сказать. Да, как ты с нами можешь поиграть? Короче, мой ник Тучок. Я, кстати, догадываюсь, кто это говорит про запретки. Саша, да? Легенда мира, блядь. Так, как ты с нами можешь играть спокойно, да? Без запретов, есть микро, все будет. Так. Че у тебя бесплатно? Это Steam игра или такая? Хотя без разницы, если у тебя и такая, и Steam, ну, вроде тоже. Ебать, у нас игра, да, классно называется? Как она называется у нас? Ну, главное, Tab Shift не нажимай. Че, пойдем? Ебать, рыкнул. Пойдем. Да не буду я кричать, Адов. Adobe Premiere Pro. Короче, у меня ник такой же, там танки нарисованы, можешь там играть еще. О, давай сюда. Света. Вот здесь нас, блядь, засосалка. Вон чел, да, вижу. Пойдем к этому ебушу. Ему кидай еще что. У меня нет ничего, чтобы кидать. У меня есть ничего. Блядь, уебок. Ты где, ты где? Смотри, вот он. А ты? Сзади. А ой, чё? Ебать, они гигантские! Валим! Не, он за нами не бежит. Алло, блядь, чмырь, сюда иди. Уй. Ебать, малыш. Иди вызови. Здоров. За бля, он лох. Амин, смотри.
Опа, мне все сообщение с ним пошло. Они убежали. Сейчас сделаем. Ты можешь сам подходить. У нас написано Space Square, если что. Получится, не получится. Мы немного не легли. Don't legal. Брат! Ой, блядь, ебать, он бежит, сука, ебаная! Ты чё? А он вообще... нормально? А чё он сквозь стену прошёл? Пойдём снимать. Ля, босс пришёл, Амин, сзади! Вали, вали справа ещё! Иди, здесь. Всё, пошли на им! Пиздец! Воду, воду, воду! Да-да-да. Всё, как будто снять нормально. Все, погнали, хватит. Ты думаешь, все? Да, 53 пленки у меня. Давай еще. Че, где? Кто идет? Где? Я не вижу никого. За мной. Кто идет? Никого нету. Вот он, придурок! Где? Ебанутый, вот он! Где? Ты ебанутый! Его нету, алло! Вот он возле тебя, прям к тебе идет! Он ко мне идет! Ты ловишь? Что происходит? Куда идти? Дай глаза отговори! У тебя шиза или чё? Ты ебанутый, вот он! Где? Вот он! Ой! Ты прикалываешься? Чё там его рычит? Кто рычит? Совсем он придурок! Где? Чё за дебилы? Чё за дебилы? А, ну я слышу, а где он? А ну-ка сейчас увидишься на сними, это шо, отойди оттуда, придурка. Кинь ему что-то в рот. А почему я не вижу? Ну, но я что ему за хрень, мы забагали эту игру? А, все, он убежал. Все, убегаем отсюда. Что это было? Пиздец, это просто пиздец. Блядь, Амин! Наиль, а он далеко? Уёбок! Иди нахуй! Ебать, пизда нам, да, поход? Блядь. Не, нормально, нормально, нормально. Уёбище ускакало, блядь. Ля, ушел. Ля, это не то самое. Сейчас как тут нам добавил, сейчас буду играть. Давай, заходи быстрее, заходи. Фух, как тут с нами. Блядь, надеюсь, у кактуса получится зайти на эти 10. Очень, очень надеюсь и не проси всего. Как тут заходит, да? Молись, чтобы у него получилось зайти, чтобы не легал. Сука. Не, а он это... с нами же? Кактус, ты тут? А, не-не, он не тут, не тут. Сейчас я его закину. Так, сейчас в этот, 5 секунд. Что там пишешь? Так, он безобиден, кричит не более. А, он безобиден, кричит не более. Ты сейчас увидишь видос, и ты охуеешь, я тебе говорю. Окей. Только я не могу понять, это баг? Ты его не видел, дурак? Я не знаю, баг, это либо баг, или либо... так должно быть. Либо я его не видел. А ну-ка, го, смотри, давай, становись. Ёбаный рот! Блять, я забил там за что-то. Всем салам алейкум. Мира, блять. Листа хуй. Тап шифт не нажимай. И мистер. Чел, вон, чел, вон, чел, вон, чел, вон, чел, я заснял. Кондон, да-да-да. Блять, уёбок. Смотри, ты сейчас охуеешь. Вот. О, ебать, они гигантские. Валим. Не, он за нами не бежит. Чё у нас нету бабских? Алло. Чё мы не кричим, блять? Ебать, потому что они ничего не делают. Брат. Отойди, я заснял. Ой, блять. Всё, погнали. Вали, вали справа еще. Да я засниму. Вообще молчание. Пиздец. Воду, воду, воду. Кто идет? Мне просто интересно смотреть на это. Я не слышу. За мной. Кто идет? Никого нет. Сейчас охуеешь. Вот он, придурок. Где? Где? А, вон. Ебанутый, вот он. А я его не видел. Где? Ты ебанутый. Я не видел. Вот он возле тебя, прям к тебе идет. Он ко мне идет. Ты рофлишь? Мистер хуй зуб. Куда идти? На дорогу назад, говори. У тебя шиз... Вот он! Ой! Ты прикалываешься? Он кричит! Я вообще его не видел! Он кричит! Зачем он кричит? Я здесь! Чё за дебил? Мой стрим! А, ну я слышу, а где он? А ну-ка сейчас увидишь всё на стриме. Это что? Отойди оттуда, этот придурка. Кинь ему что-то в рот. Кинь ему, если... Почему я не вижу? Что за хуйня, мы забагали? Пиздец. Я это сохраню. Я тоже. Ну а что, потом, а потом теперь зовем вот этого нашего дружка кактуса. А он сейчас зайдет? Давай, пускай сейчас зайдет. О, офлайн у нас написано. Какого хера офлайн? Блять, потому что, наверное, у нас катка этот.
Потому что у нас карта, да? Да, мы начали уже игру, и скорее всего нельзя. Нужно перезапускать. Ну давайте на следующий кактус зайдем. Или что? Или давай, друзья, добавлю. Давай спать. Может, поспать нужно? Давай, поспи, я сейчас добавлю, друзья. Я телефон добавлю, как раз удобнее будет. Не, в эту игру нужно прям собираться конфой. А так это прикольно. Бля, 100% конфой нужно. Бля, надеюсь, у кактуса... Я буду очень рад, если у него будет хороший микро. На нахуй. Блять, у челика оригинальный контент в армии. На нахуй. Я ничего не буду говорить, но... Оригинальный, да? На. Ебать, он что не делает? Да ты заебал, что ты делаешь? Я тебе в рот даю. Тут можно выйти с сейва и зайти обратно. Что за хуйня? Так, давай подсказывай, что... Бля, на шпагат сел! Так, надо выйти с сейва как-то. Может, дверь надо закрыть? Да, дверь закрой. Не-не-не, нельзя закрыть. Ну почему? Закрывается же не надо. Ты заеб. Да ты заеб. Сейв, что как сейв? Что это такое? Блин, не ходишь. Закрыть нельзя. Генштальт, блин. Нет, это здесь ничего не делается. Так, ну что такое, конечно, делать? Так, подсказывай. Подсказывай. Тут там кнопка выйти есть. А, просто выйти в прямом смысле? Что, давай выйти. Ладно, от него можно выйти. Окей, если... Бля, надеюсь, у тебя микрофон хороший. Давай, да, выйди. Это стоит. Давай. Не, игрушка прям вообще кайф, на самом-то деле. Мне прям нравится. Если чего, можно на следующем стриме прям конфой собраться. Сейчас, конечно, там с кактусом каким-то соберемся. Димас, правда, вышел со стрима. Можем еще с тобой было бы собраться, но он вышел. А так игра прям вообще кайфовая, мне прям вообще нравится. С кайфом. Приглашаю. Блять, как закрыть? Опа. Так, где кактус? А кактус, блять, буду очень рад. А вон нажми пригласить друзей. Так. Блять, вот. Ой, видно, что он в контент в этом. В оригинальном. А у нас мы немножечко нелегальные, пацаны. Блять, надеюсь, получится. Бля, как я буду рад, если кактус зайдет. Сука, и фолловер заодно. И ёб твою мать. Играет. А, все, чел зашел! У меня показывает, что он зашел в эту игру. Или он так, скачал ее, пока. Ее качать не надо, если что. Блять, не получается, что ли? А может мы к нему попробуем зайти? Еще, а, кстати, смотри, у нас сразу день сохранился. Ну да, не знаю, я бы что-то выбрал. Блять, пусть у него получится. Че он в чате пишет? В чате пиши еще. Он пока ничего не пишет. Он написано играет в Space Wear. Блять, здесь все можно взять. Ты что, кто вообще, блядь, в душе не чает, кто такой Spaceway? Ну, конечно, все игры, которые люди качают крутым способом, играть с помощью этих способов. Only Fix называется. Да тихо, что ты несешь? Only. Куча моментов на эту лицо точка. Ой, блядь, куда я сел? Че, он не заходит? Че, как ты спишь? Че, не получается, Санек? Не получается, он говорит. А давай мы к тебе попробуем зайти. Попробуй ты нас пригласить. Бля, ради тебя давай. Выйдем. А у меня нет друзья, кстати, его. Жду, пока пригласят. Игра вообще кайф. Можно будет видосики посмотреть после того, как поиграем. Сколько я уже стримлю? А, 1:30. Ну, кстати, нормально. Я думал уже вообще долго. Ебать, страшная она, нахуй. Не, я когда ее скачивал, я не ожидал, что она такая крутая будет. Я сначала думал, ну, блин, окей. Пародия какая-то на Little Company. Ну, нет, вообще кайф. Только сложно, особенно на втором уровне, когда 39 тысяч нужно брать. Мега сложно. Вот. Если что, чат, кто-то вообще есть, пишите, либо фоловнитесь. Буду рад. Вот. Если что, будем так почаще собираться в Content Warning. Там побольше людей позовем. Опять же, можем мод, блядь, скачать, 100 человек позвать, если захотите. Мне потому что игра прям вообще с кайфом нравится. Вот.
Сейчас тогда видосики, может, посмотрим, когда доиграем уже. Если там кактус зайдет какой-то. Что-то... Ой. Ой. Видите? Что-то меня не приглашает пока. А что он меня не приглашает? Присоединиться к игре. О, я сам к тебе зашел. Слышал, что был у меня? Нет. На стриме? Нет, не слышал. Блять, не сука, просто крикнули в этот. Я зашел в рандомную, блять, и там сразу первое слово было P-word, нахуй. Пиздец. А как ты зашел? Да тут просто типа... рандом челом зашел. А чё, кактус не зашел? А не получилось, блядь, пишут, что у меня лицензия. Бля, ну херово. Сука. Да пиздец обидно. Блядь, ну что, если подписчик... Кактус не хочешь скачать? Гигу всего лишь лишь. Ну если ради нас, в принципе, не обязательно. Блядь, ну это очень обидно. Ну, кстати, может с рандомом... Не, если хочешь, кактус, я могу тебе ссылку дать. Ссылочку дать. И вот ты сел. Смотри, Амин! Сука, ну-ка дай посмотрю, как ты, блядь, это влез туда. Ёбаный рот. Яйца выбьется. Блядь, ебать больно. Мистер Хуй делает больно хую. А я реально мистер Хуй? А что там в чатике? Наиль, дайте сайт. А куда ему скинуть? Я не хочу это кидать просто на Твиче в чат. Блять, осуждение, сука, но это, кстати, клип. Блять, 2 часа мне это пересматривать, еще и клипы делать, ёпта, урод. Короче, ссылку берем, Дискорд. Давай я сейчас замьючу, ёпта, опять. Пускай он, друзья, блядь, в Дискорде добавится. Да, заставляем, блять. Дискорд, давай я сейчас приглашу всех. Сука, челику просто дали мы все данные, ну и хуй с ним. Первый фолловер любимый. Я, короче, в группе, чтобы ты понимал. Пиздец. Контент-варп, скинь мне в ДС на или эту ссылку? Сейчас я экран. Я сейчас зайду в этот voice channel waiting war room. Там можно говорить что-то? А, нельзя говорить. Так, бля, game room 2, давай зайдем. Game room 2, заходи туда, если что. Это контент в армии, ты мне ссылку скину. Или не ты кидал. Куда заходить? Давай что? Сразу как там. Как удобнее сделать. Я туда тебе скину ссылку. Обязательно клип. А ты уже нашел, да, ссылками? Или нет? Ты мне не кинул. Нет, я не заходил. Скинь мне в DS. Замьють экран и скинь. Скинул, только не показывай. Waiting Room 2. Waiting Room 2, я тут буду сидеть. Давай, я тут тебя жду. Всё, я скинул, только не показывай. А, меня выкинул, блядь, с Waiting Room 2. Чё за хуйня? А, всё, я в активных контактах внизу, блядь, если ты можешь что-то зайти. Ёбаный рот, вот эти траблы, если ты как хочешь. В Steam киньте, реально. Rail. Ссылку мне ты скинул, да? Да. Блядь, ещё ждать, пока ты скачаешь? О, хуй с ним. А как ему не больно? Там просто первую ссылку качаешь. И давай я тебе кидаю. Все, тебе пиздец. Скопирую, вставь. А, все, он работает. А и Саша не хочет зайти? Нет, Санек кинет сразу в первую секунду по 1000 бафвордов. Как вот я сейчас зашел, блядь. Я так понимаю, там Саша был, наверное, да? Саша на друзья чисто просто салам алейкум накинули, блин. Бальных. Что за обязательный клип с Геной? Подожди, это который кричит, да, он там Акака? Че, опять тоже, значит, тоже надо это все. С Геной. Надо будет обязательно это сделать. Опа. Вместе присели. Че, как ты? Нормально. Приятно, да? А че он дергается? Мы прям дергаемся. Давай к тебе поближе. Давай я тоже поближе к тебе. Да, ближе ко мне. Уф. Бля, это пиздец. Сука, экран замьючен. Того рот. Экран не было видно. Да, мне все время не было видно. Ну я засниму. Как не стыдно. Да. Очень стыдно, кстати. Так, а что там? Реально, очень стыдно. Очень стыдно. Поддерживаем назрабов. Точнее, не поддерживаем их. Пишут. А, я понял, про что. Да блин, ну... Ну, блядь, ну это игра, мы думали херня какая-то, не думали нельзя. Не, её можем поддержать, в принципе, но потом. Да, есть такая возможность. Потому что игра, не, без приколов мне реально понравилась. Ну, кстати, реально офигенно. Она прям, знаешь, будем чувствовать, что у нас что-то, блядь, оригинальное, настоящее есть. Впервые!
Не, ну у нас есть GTA 5, но она тоже была бесплатной когда-то. Это еще когда в 2020-2019 году раздавали. КС-ка тоже бесплатная у нас, потому что она там какие-то ранги раньше не стандовался. Что у нас еще есть? Блин, у нас есть арма. Не, арму, кстати, да, мы сами покупали. Грис мод у нас есть, который я тебе, блядь, купил. И арму ты купил, блядь. Я тебе арму тоже купил? Или нет? Нет, вроде. Я бы не стал тратить 800 рублей. Хотя на горе смотришь, 600 потратил. Ой, блядь, это что он и сделал? Че, он качает? Качает, конечно, я надеюсь. Что, не пишет пока в чатике? Чё-то что-то не пишет. Блин, у меня сегодня 15 зрителей было. Рекорд. Рекорд. Фотограф подписалось не так много. Ну, кстати, зрителей реально много было, я прям что-то в офиге. Сколько сейчас? Сейчас 3. Не, сложно, да, удержать аудиторию? Не, 15 зрителей было, ёбаный рот. Я уже обрадовался. Но с помощью этих 15 зрителей... А, еще у кактуса интересно заодно узнать. Чё? Типа, как он увидел еще тебя? Вы еще скажете, что склад по скидке 60%, не знаю. Да, пиздец. Мы очень вовремя его не успели взять. Даже. Блядь, сквад. Он же, кстати, 400 рублей, да, вроде стоил. Гений, да, блядь? А чего хотели в него играть? Не, я бы сквад очень вообще с кайфом поиграл. Это, по сути, как арма, но намного лучше. А сколько она сейчас стоит? 1200 или 2000? Да все уже, пиздец. Раз написали, что все. Чё, кстати, кактус, чё там? Что ты можешь сказать? Как ты нашел мой стрим? В рекомендациях или мне просто даже интересно, или ты сам нашел, типа, принципиально искал, где мало зрителей. Или зашел в контент-варнинг, контент и начал смотреть. Просто интересно. Ну сейчас ты это расскажешь тут как раз, я у тебя заодно спрошу и отвечу. Ну, кстати, контент-варнинг сейчас прям популярный на Твиче. И сколько? 1030 смотрит, 20. 1000 зрителей просто. В смысле, 1000. Прямо в смысле, представляешь? 1000 зрителей. Так, я пока вот так сделаю, посмотрю, как я еще выгожу. Так. 60% не взяли сквад. Вот мы дурачки, блядь. Чё нахуй? Чё вы делаете? Да, 1000 зрителей, 23 тысячи фолловеров. Приключенческие игры. Пиздец. А я помню, недавно смотрел, там 1030 было. Ну там, наверное, какой-то медигигант играл. Ну это разово. Ебать, у меня уже 0-0, пора как бы... Пиздец. Я вообще. Чё, сейчас... заканчивать собираешься? Не, давай ещё поиграем. Собирался с ним. Ну да, надо как-то 100% с ним поиграть. Как... О, всё, у него скачать! Найс. У тебя в друзьях давай, есть? Мучу графис официал и сепатапатафотсофоптус. Бля, ты сейчас зайдет, я уже... Бля, надеюсь, у меня микрофон... Брр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 рr Он заходит. О, привет! Да ну нахуй! Мистер тоже хуй, мистер яйца! Привет. Скажи что-то. Господи, боже мой. Привет. Охуеть. Не, нормальный микрофон. Какие вы громкие. Мы... А, ну да, да, надо, это всегда так. Убавь звук. Да, я знаю. Ебать у тебя голос. Я думал, это ребенок. Мне даже стыдно общаться теперь. Привет. Бля, ну здорово. Чё, как тебя зовут в жизни-то? О, господи. Неважно, я не особо люблю это разглашать. Хорошо. Все, окей, кактус, да. А сколько ты выиграешь? Мне даже интересно. Просто зашел по контент-варнингу, нашел вас стрим. А сколько ты уже играешь в это контент-варнинг? Часов 15-20. А, нормально. Я думал, ты уже несколько дней. Зато уже шаришь, ебать. О, тут фонарики и были все это время, смотрите. А, ебать. Чё, ну, как бы у нас день сохранился, но мне кажется, это уже проеб. Мы не сможем 1800 набрать. Да тут легко собрать. У вас два... А ну-ка. Последний день, сейчас наберем. Ну давай. Шаришь, короче. Челик попался. А шаришь, тут можно еще одну камеру взять, чтобы две камеры было? Не, нельзя. Че, камеру возьмешь? Нет, только можно. Да, возьми аминты камеру. Ты возьми. Я? Ты возьми. Я светить буду с кактусом. Я думаю, кактус. Че, надо фонарик ловить или че? Сейчас, секунду, у меня. Лаги здесь жесткие. Блин, ты ради нас эту игру скачал. Гениально. Осуждаю пираточку. И кто этим не пользуется? Не-не-не, мы не пираткой пользуемся. Мы пользуемся спейсваром. Куда? Алло, куда ты? Че, просто закрыл, пожалуйста, если без нас играть.
Гениально. Блять, я очень разочаровался. Не понял? Все, мы тут. Мы сейчас на заводе, да? Мы на заводе. Сосаводе. А я не знаю, это место. Мы тут были? Нет. А, да, да, мы все. Это с другой стороны. Че, погнали? У кого камера у тебя? У меня. Блин. Снимайте вот это вот, не жмите. Засними. Снимайте. Вот это снимайте. Да ну нафиг. А его брать? Не можете взять руки. Я взял. Опа, почел. Блять! Он не опасен, он не опасен. Смотрите, с ним можно просто бежать. Без обид. А нельзя эту палку взять и бить? Нет, нельзя. Только электрошокер. Пойдем. Ну вот он, конечно, попали. А, еще вон две штуки взять. Вот это вот, да. Нет, вот это можно пройти. Снял? Прям по камере. Да, я тебе в камеру. Можете кинуть их вместе и снять их вместе. На них просмотр дают. Прям сильно. Че, давайте киньте вместе на меня? Или что? Вот, снимайте. Че, погнали. Спидран пошел по воду. Все, погнали, ты успеваешь? Да. Бля, мы сюда уже ни разу не доходили. Да уже, блядь, рекорд самый дорогой сделали. Сколько у тебя процентов на камере? 66. А, нормально еще. Здесь нас в прошлый раз этот, ёбнул. Я что-то слышу, что-то держится. За потолком, наверное, следить надо, чтобы не засосал, как в прошлый раз. Да, может. О, улиточка. Какая? Хочу улиточку. Куда вы? Вниз. А чё с ним? Ой! Чё это было? Алло, а как тебя спасти? Блин, нормально. А ну-ка, давай опять меня засет на руку. Снимайте. Все, убегай. 40 от босса. Это один самый безобидный монстр. А я не знаю, кто тут безобидный, кто нет. А. Ну, короче, это 4-метровое чудовище, скажем так. Оно ваншотит всех. А нам не попадал. А кто красным светит фигнюшкой? Это самый опасный и самый большой непосмотр враг, короче. Угу. За него дают x335 просмотров. Нифига себе. 300? Это тоже ни хрена. Это можно за один день, ну, 1 000 000 просмотров собрать. Если прям хороший день попался. Все остальное. Нихера себе. Он нам, кстати, попадался. А там реально там в будущем потом 1 000 000 просмотров? Да, там попытался, он нам камеру прям потерял. Пиздец. Не робот, который красным светом светит просто, а монстр. Кто-то шлепает ногами. Слышу. Да не опасно. Понял, не опасно. Мы сможем вернуться? Мы прям вообще вглубь куда-то ушли. Да, я знаю путь, вот. Например, пойти. Вот выход. Что думаешь, уже набрали? Сколько заряд? 44. Еще снимаем. Так, если что-то говорить, типа, я не знаю, если ты не знаешь. О, лазер. А все, у меня фонарик сел. Да нет. Если кто-то хочет, может прийти в жертву, чтобы просмотр собрать. В конце можно. Я хотел зайти. Ой. Ты где? Упал. Все, это заснял, я прям вовремя заснял. Я на одну точку остался. Ну все, походу, если ты сейчас умрешь, мы не убежим, не выберемся. Если ты умрешь, Амин, сразу камеру подбирай. Так у меня камера вообще. А, у тебя? Ну все.
Да, я скажу. Где? Я уже запутался сейчас. Да тут легко запутаться. Вы где? Вы где? Где вы? Пацаны? Пацаны? А, во. Чё, где? Я здесь, я здесь. Давай, давай, чё, потерял, что? Я испугался. Всё, давай, поднимайся. Опа, какие-то звуки страшные. Наш. А сколько у тебя процентов? 38. Ну да, я и говорю. Еще кислорода, кстати, у нас уже. О, там еще что-то. Ебать, что это? А, это наш корабль. Ну, в принципе, снимать нечего сейчас. Ну, ты все равно засними, чтобы хоть какие-то были. А то 30% у тебя еще много. Давай запрыгивай вместе. Тоже напишу у тебя случай. Давай залезай в скафандр. Сколько кислорода? 22%. Нормально. Все, скайп. Фух. Типичный тикток же, йо-йо-йо. И чё, думаем, наберём 1800? Сколько заряд на камере? Сколько сейчас на камере? 28. Идите за мной. Не кидайте камеру. Наверх туда залезть, да? Да-да-да. Просто оттуда посмотрим. Можно прыгнуть прямо чуть-чуть. А, прям вниз самый, не на землю. Ну да, может, да, прыгнуть. Просто заспавнитесь вон там, видите. Uh-huh. Все, что, готовы прыгать? Давай. Только не в пустоту, пожалуйста. А, не в пустоту, на землю. Я не знаю, что с камерой будет. Не, она вроде в руках должна появиться, если можно ее оставить. Все, прыгаем, я заснем. Я не занимался. Погнали! Блин. Меня током шпарит. Чуть не упал. И все, застрял. Не. Нет. Ну ладно. А что это такое? Что за ток? Все, сколько зарядов? Это заряжается фонариком. Фонарики заряжаются. А, вот, что, все, 15. А я фонарик сюда кидал. Сейчас 5 секунд, отойди. Я сейчас 5 секунд. Фу, подождите, ничего не делайте. Видео стой. Видео извлекать, а что он так долго? Чего видос так долго? То есть. О. Все вылезло. Чё-то видос долго вылезал. Хорошо, что он оказался не бракованный. А он может оказаться бракованным? Да, он может оказаться бракованным. В смысле? И типа он выдаст, ну, и видос не будет показывать? На экране вылезает, не удалось извлечь. Видео нет, но просмотры дают. Деньги, просмотры, все дают. А, это типа баг такой. Это баг, да. Так. Все, я тут. Можно лететь. Че, погнали? Погнали, смотри. Ой. Все, сейчас будут, кстати, громкие реакции. Ну так, на клипы, что мы делаем. Так что, чего? Предупреждаю. У кого камера у тебя? У меня. Ебанулся. Уже, во-первых, снимайте вот это вот. Вот, лежит, видите? А, снимайте, вот это вот снимайте. Да ну нафиг. Господи. Снимаю. Смотри. Блять! Он не опасен, но не опасен. А. Смотрите, за ним может просто бежать. Он безобиден. Снял? Прям по камере. Йоу. Скуф? Скуф. Вот это вот все обязательно. А что с ней? Можно к ней... Ой!
Чё это было? Алло, а как тебя спасти? Снимай меня, снимай. Целуется. Бля, нормально. Все, давай, все, хватит, 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 хватит. Все, убегай. Еще 700 просмотров. Ты где, ты где? Блин. Вот он. Упал. Залетаю. Блин, нет. Еще 300. Блин. Типичный тиктокер. Йоу-йоу-йоу. Я не занимался. Погнали. Давайте. Блядь, 200. О, все, с кайфом. Набрал? Опа, а я в пустоту. Чуть не упал. Походу не наберем. Блин, а что он двигается? Что за топ? Все, сколько заряд? Блин. 200 просмотров не хватило. Что? Ты как ты сделал? Майк. А как? What the hell? Я видел, кстати, что ты это делал. Джоху. А, я понял, я понял как. Под карту. Вот, я тоже. На потолке просто есть кнопка спать. Ой. Да, да, да. Я поспал. Но так лучше не спать, мой вам совет. Я уже поспал. Мы уже проспали. Все? А пофиг, давайте. Нормально на потолке лежит. Упади, упади. Карту закинуть и вы не выберетесь оттуда. Ой, и фиг себе, все равно последний. Нажми Е. Нажми Е. Я сплю, я сплю. Ну ладно. Я тоже поспал. Заиграемся, нет, проверка. Че, выспались, нет? А, все, с кайфом. You failed. О, нет. О май гад. Your dreams will crush. О май гад, все наши мечты сломаны. А сколько тут уровней вообще в целом? Да до хрена, мне кажется, конечно. Я доходил до 10-го. Чего? Ну, кстати, ну это вполне... А вот в 10-м сколько там просмотров надо набрать? Миллион? Полтора миллиона... Нет, 10 миллионов. Нихера себе. Это мало. Че, погнали играть. Че, давай, ты будешь камераменом? Ладно. И че? Полетели? Ты вторую тоже возьмем, чтобы еще в рот кидать. Кому? Кому нужно. А дай его, может... А, бля, у нас 0 долларов. А ему не надо, дай кидать в рот. Куда? Вот та штука на потолке, которая лапы хватает. Мне просто кинуть нужно что-то и все. А если уже поймал? Кинуть лапу. А интересно, я могу закрыть дверь и поехать сам? Я застрял. И что там-то? Что с вами будет? Ну просто умрём и пригодимся там. Ну воскреснем там. Что с вами будет, ты сказал? Странно, что здесь сейчас. Давайте прыгаем. Чё, цыка? Раз, два, три. Что это было? Что это за звук? Чё, лазер? Чё, лазер нормально? Вообще, хорошо, если мы встретим Теву Марию. Теву Марию? Ага. Кой стоит? Ну, не Теву Марию, а Железный Демон называется, кажется. Так, сейчас всё. Яркость на максимум. Хорошо, настройки мы сохраним. Кто хочет намотаться? Ну, кому в лицо кинуть? Давай я. Давай вместе. Блин. Бро, блин, ты будешь все подраться. Оно половину съедает. Да, да. Все, понял, уже сзади светит. О, там стоит кто-то. А, нет, тут показалось, где? Показалось. Огорчает такси. Сейчас мы тебя чаду встретим. А чё, он тут тоже есть, получается, прям настоящий? Он везде спавнится. Да, да, да. Но это же 4-метровый накачанный. Опа! Кожу. О! Кто где? Где? Видели? Нет. А кто это был? Опасно? Он опасен, это... А вот он еще! Вот он! Да-да-да! Не свети, уходи. не свети! Перестань светить! Я не свечу! Перестань светить! Я не свечу! Светите на него, светите! Свечу!
Давай. Он пропал. Все, мне надо светить, он исчезает сам. А, я думал, его светить, или не светить, давай. Не, светить, чтобы не светить, чтобы заснять, наверное. Да. На обычную камеру, фонарик от камеры, он как реагирует. Ему просто больше подать, чтобы закрыть его полностью. Да. Вообще не могу. Ой. Всё. Вы где? Я что-то потерялся, я налево пошел. Давай. А ебить можно? Попробуй ударь меня. Не, нельзя. Посмотри назад. Первый день как будто мало будет поспавниться. О, чё? Ой, улитка. Давай. Ой, не только не туда. Соси. Он меня, походу, убил сейчас. Суп, скажи. Суп, мне случайно не коснуться в этой херне? Всё, осторожно. Если коснуться, то сдохну, да? Ой! А что делать? Смотрите, иди на него. Помогите. Ой, паук! Куда? А, нет! Помогите! Паук! Прощай. А что делать? А, ничего. Смысл? Я сдох. А мин тоже сдох? Блядь. Да, я тоже кинулся, он не слышит нас. Меня паук намотал. А я ж видеомонтажер, что мне бояться? Улиточка. А он нас не слышит? Подружечка твоя. Не, не слышит. Что ты? Ну типа ок. Не, нормальный, кстати. Пойду-ка я ближе к выходу. Акзам чисто. Гениально, оба сдохли, он живой остался. Ну, как обычно. Как обычно. Кстати, надо ярко смотреть, что я. Графикс. Как жарко. Ну, мы встретили паука. Я вроде как его не снял. Ну, вот это вот реально обидно. Не снял? Где у него камера? Блин, а он без камеры топает? У него фонарик просто. Камера. На корабль зайду, узнаю, выжили хоть они или нет. Нет. Мы сдохли. До свидания. А, он видит, что мы живы! В смысле? Они погибли, я остался один. Мы мертвы! Забирай нас! Улиточка! Мы, блядь, там валяемся 4 метра друг друга. Всё, уезжай. Мы 4 метра друг друга нахуй валяемся. Охуенная перетка. Блин, так домой скачу, блин, я рад. Чё, братан, ты где? Братанчик, давай подымим. Эй, братан, давай подымим. Ну, давай поговорим. Мы живы, да? Нас двоих улитка съела. Я на одном месте, у вас тратил кислород, вы все погибли там. А что мне делать надо было, если меня таракан взял? Все? Ничего. Тебя не таракан взял, ты просто в паутине застрял. Паук, да. Ты застрял в паутине, в идеале из него можно выбраться, бежать. Просто вперед, бежать. Все, больше нет. Ну, только у меня не получилось. Ну, бля, чё, какая у тебя погода? Откуда ты, если не секрет? Погода. А. У меня хорошо тут всё, да. В погоде всё будет. Всё то, что происходит в Москве, произойдёт так или иначе у меня, так что мне хорошо. Ну, скайф. Я запускаю. Погода у нас вообще. Да-да. Давай, погнали. Иду.
мистер, хуй, мистер, яйца, минус, пенис. Нифига себе. О, лазеры. Мистер. Встретим Деву Марию. Мистер Пенис. Где? Ага. Костя. А, звоночник. Очень жалко. Давай я. Я бы забрал ее. Давай. Вместе просто. Блин. Взлетел просто. Прям вообще в ухо просто понравится. О, о, вот он. Не свети, не свети, не свети, не свети. Перестань. Перестань светить. Не свети. Перестань светить. Светите на него, светите. Свечу. Все, нормально. Ну что, просто вотов реально не так много идет, кстати, за такие действия. Красивая штука. Как? Тысяча есть. За один. О, улиточка! Кто хочет жертву улитки пойти? Давай. Может даже две. О, как. Ой-ой-ой, не только не туда, не туда. Ну что, добьет. Она тебя может на вал найду. Она меня, походу, убила сейчас. Все, с кайфом. Все, мне случайно не коснуться. В конце она меня, кстати, убила, представляете? Все, самое смешное. Безобидная улитка. Свети на него! А мне сейчас это... Улиточка. Подружечка ты моя. Шо ты? А, все, уже сдох, Амин. Ага, все... И все они погибли. А, двока уже! Нюх! Да снимай еще немного. Улиточка! Нихера за один день 2000. Нормально. Вообще лут. А я пойду опять же там на стене спать, не пофиг. На свой страх и риск. На свой страх и риск. Еще на свидание. Я тоже посплю на стене. Нет! Ой. Ой. Опа. Ой, живые стали. О, нормально. Я думал за карту, я уже за карту. Я тоже думал. Опасно. Опасно, опасно. Что-то, а, кстати, надо покупать. Давай, рассказывай, что, как, что и как работает. В идеале нужно купить два фонарика. Старых или каких? Современных, современных. И, а дальний? Нам нужны, дальний нужен для другой локации, она нам сейчас не нужна. Или мы можем купить, где оно тут? Дефилер, вот эту штуку. Ну, кстати, полезная вещь. Как будто... Она воскрешает три раза. А, но троих, ничего не... А, три раза. Просто у нас фонарик... Но она все равно, опять же, ничего не даст, да? То есть, если все живые станут разом, мы типа нам больше денег все равно не дадут от того, что мы живые. Не, у нас есть деньги дойдешь. За то, что вы воскрешаете вот тут. Воскрешаете. А, тогда. Ты за что думаешь? Проф-микрофон как будто тоже мне интересно что-то узнать. Просто из-за интереса, а так по полезности я не знаю. Профессиональный микрофон это, ну, микрофон, который длину 2 метра, грубо говоря. А, так у нас было, алло. У вас нет, у нас был не обычный был. Микрофон. Обычный. Репортер. Можешь заказать двухметровый, ну, профессиональный. Но я не вижу от него смысла просто. Да, нет, давай берем, короче, лечилку. А клей мячиком тоже полезная фигня. Хотя, ни от кого не убегали. Это надо на второй день. На третий там. Сейчас пока вообще, не... А фонарик вообще ни у кого нет, да? Сейчас можно экономить деньги и просто... купить на следующий день телескопическую дубинку и фонарики два хороших. Да, нет фонарика. Вот хреначек, да, так скажем? Она может 4 раза кого-то оглушить. Окей. Ну, лечилка, кстати, тоже полезная. Как будто ее можно она было взять, но... не всех оглушает, но, кстати, нужно это купить. Лечилка. Нет помощи. Еще мы, погнали, мы ничего не взяли? Камеру. А, фонаря у нас вообще нету, в принципе. Я же говорю, у нас еще фонарика нет. Так, пойдем лучше возьмем, да. Так, тут же были. Где фонарики взяли? Блин, кстати, они же были. Все фонарики забраны. Фонарика забрали? Нету. Ладно. Че, за 20 тогда покупаем? Можете купить один современный и один старый. Еще могу я помочь? Это корабль. Где? А второй где? На, вот я. Вот. Я просто все. Мне забыл. Обычный, да? Старый дал конченый. Эй, братан, давай подыми. Так, сейчас я прыгаю первый, вы прыгаете чуть-чуть попозже за мной. Все, прыгаем. Прыгаем? Давайте прыгайте. Ой. Опа. И все, можно. Спасибо, кадр. Ага. Опа. Ребра. Ребрышки. Би-би-би-би-кью. Всегда стандартно. Кстати, вправо ничего не надо. Тут
Я не помню. Чё, как? А куда? Съебать. Там мы не были, кстати. Все, погнали туда, давай. Давайте я тут в ту сторону. Не-не, мы вышли оттуда. А, точно. Нахера я с этой херней хожу? А вот такая вот сторонная генерация. Брат, ты туда вроде, и там дырку справа. О, вот здесь, херня. Тут с очками свин, свинья. А, во, кстати, даже тут есть. Свинья с очками. Снимаю. Снимаю. Пока, наверное, ХП надо экономить. Погнали. Перестилка. Ага. Ну, сейчас будет. Вот тут, кстати, не будет тоже. Тут я помню, где-то была дырка самая низкая. Ты помнишь? Будем мотаться? Не, на это. А, вот еще что-то есть. Я поснял. Железная дева. Она исчезла. Это поснял? Демон железный? Я не успел. А что он делает? Опа, вон, смотри. Вот. Да, сюда лучше не заходить, я уже один раз зашел. Да, капчу нужно вводить мне. И я просто случайно Enter нажал. А еще будет, если фонарик туда кинуть? Ничего, зачем? Не надо, зачем? Потом ты его не возьмешь. Кто-нибудь хочет отдаться ей в жертву? Ну, давай я. Мы не сможем, тебя возможно воскресить. Мы не знаем. А там сложно капчу вводить? Нет, там просто даться. Там это символы как раз таки. Символы. Там понял, символы, цифры, буквы. Все по-английски. А за это сколько дают? Ничего. За... Просто вот так вот? Да. Можно вообще уйти от нее, если задом идти просто. Пока один смотрит, нормально. Все троем смотрят. Я смотрю. Все, убегаем. А, это выход? Интересно. Давайте еще куда. Еще где? Где? Куда вы? Легавы. Мы сюда. Пока не выходим. Посмотрим, так, что-то. Я слышал ее. Вот. Опа, что это? Черри, чори? Здесь опять свинья. Чорби. Что такое чорби? Да просто голодка. Опа. Опять. Пришла. У меня 30% зарядки на NPC, пока. Это вот это? Это железная дева называется? Да, железная дева. Че, походу двигать, сколько зарядки у тебя? 46. Ага. Ой. Вот она. Она прямо у меня заспавнилась. Смотреть не нужно мне? Нужно смотреть ее, нужно только смотреть. Работка плаща ангела есть. Че, может выход или че, куда идем? Можно много кто идти. Ну, косарь, думаю, наберем. Я понял, это как аниматроник. Ну, кстати, я на нее смотрел, но все равно переместилась. А это как? Я на нее смотрю. Направляйте меня, если что, я ничего не делаю. Все, вот если что-то. Давай, ровно зад просто. Все, можно двигаться, в принципе. Ну, я думаю, 900 мы точно брали. Давай, все, поднимайся, я смотрю. А она, я думаю, тут не будет возрождаться. Она, ну, да, она тут, она кажется. Идет за нами, она идет. Поверьте. Слышите? Нет. Слышу. Слышите такой железный звук? Чук-чук-чук. Тут она идет, под нами. Что, двигаемся? До дома. Вот она идет. Капсула. То есть она прям до корабля может добраться? Опа. Слышите? Да. Что, у меня экран дрожит даже? А, вот она! Ой. Привет. Как дела у тебя? Ой. Ой. А мне фонарик сел. Убегай, закрывай дверь. Фонарик я кинул, подберите фонарик, я кинул. Вы живы все.
Все, все, что это было? А кто это был? У меня прям кинул сюда, мне прям повезло. Это улитка или кто это? Это кинало было, это опасно. Все, Миша. Там за нами дева бежала, кстати. Кидает в направление твоих союзников. А, все, скажи. Ну прям повезло, что в дырку закинул, а не за. Так что надо. Ага. Обычно там он за два удара убивает. Можно еще, кстати, что-нибудь снимать? Там на хромакей? Можно на хромакей что-нибудь? Let go. Сейчас у меня зарядится фонарик. Let go. Что у тебя за мика, кстати? Прям такой неплохой, на самом деле. Не знаю, как это у нас. Я не помню. А, ты хочешь сказать какой-то ноунейм, беспонятный, дешевый микрофон? Ардур Гейминг. Ага. Прям это как вообще наушники у меня. Это от наушников микро? Которые да, наголовные огромные амбишурные, вот не амбишурные, точнее, вот эти огромные. Вот такие вот, да. Ну, кстати, довольно качественные. А сколько они стоят? Три с копейками. Ну, нифига себе виды. Че, куда можно выбрать? Да любой можно абсолютно. О, вот это красиво. Что? А что снимать, там даже не знаю, что говорить. Да просто херня страдаем. Херня просто страдаем. Вот. Давай. Что за бред? Ну все, в принципе, я думаю. 26%. Можно просто походить, кстати. Тут есть. Что тут еще есть, кстати? Вот. Какой ветерок, у меня дождевой на улице. Я просто. Я тоже сейчас открою балкон. Куда же еще можно залезть? Опа. Че там? Что это такое, смотри? Вид красивый. Нет. Опа-на. Что написано? Страшно. The Book Owl. Это, короче, это сова какая-то, бока. Я не знаю, что такое Богей. Богей. Да, Богей. А, нифига ты картинки нашел, дошел туда, нет, такие. Ага. Пасхалка. Что это за груша? Хованский, что ли? Ну, кстати, уже какие-то такие, знаешь, фотки? Эпизод... Какой там эпизод? 25-й? Эпизод 25. А, кстати, фонарик можно специально на пол кидать, чтобы они сейчас освещали какое-то место. Черепа, что, у меня выпка сейчас не кости. Тыква. И все, кончилось. Пойдемте. Ну все, можно сдавать, да. Квоту вы уже перевыполнили, сколько процентов? Сейчас я скажу. А, нормально, 32% на камере. Фух. Че, погнали? Погнали смотреть. У меня и камера настоящая. Да, вот я. Вот. Я просто все забрал. Ой. Опа. Па. Ребра. Кто блин, хочет на волну мотаться? Голосопут. Давайте, кто хочет. Я прям настоящий голосопут, который там, там и с очками, жизнь. Свинья. А, во, кстати, да, что тут есть. Свинья. Снимаю. Ну, как это сейчас лампа пошла без крика. Не, на этой. А, вот еще что-то есть. Скоро я не успел. А, вон, смотри, вот. Смотри. Пока ну да, один раз зашли и капчу. Да, капчу нужно вводить мне. И я просто случайно Enter нажал, и я на самом деле. А еще вы слышали фонарик? Ну, кстати, уже выиграли. Ничего. Не надо. За... Вот так вот? Да. Я смотрю. Все, убегаем. Черт. Пришла. У меня 30%. Че? А она там поднималась, кстати, я смотрел. Летел! Что это? Лови! Да, может, мы просто страдаем. Фига, ну это, кстати, прям такая атмосферное видео. Под TikTok такой звук. Что за бред? Ну все, в принципе, я думаю. 26%, можно просто проходить. И тут есть. Что ты зачем прям вообще снимаешь? Что написано? Страшное в The Book Owl. Это короче. Бля, это короче. Груши не было. Это короче, да. Все, погнали. Ты по-человечески спать, по-нормально. Все, даже если в этот день сейчас все помрем, то у нас кота уклонено. Ой, а там дальше спать. А, что ты сказал, когда умрем? Давай спать, алло, ты че прыгаешь, блин? Акробат. Вот и так выпалено, так что мы перейдем на второй день. Ну, во вторые три дня. А. Nice.
А, последний день, он говорит зачем-то. Блин, а нельзя скипить его? А может, можно просто, типа, вниз и сразу наверх поехать? Можно, но мы весь контент пропустим. А у нас же все уже последний день, и мы набрали. А вдруг там гигачат? Здесь мы! Потерял. А где вы? Мы в корабле! А чё так быстро? Только проснулись уже тут. Ну да. Охренеть. Я тут просто Ну да, можно, в принципе, спуститься и наверх. Ну да, да. Капец, так вот. А почему нет? Скипнем день. Зачем? Нет. А вдруг мы сейчас красного гигачата встретим красного? Но, блин, жаль, вот эти просмотры не суммируются с другими днями, типа, если ты с большей взяток. Мы получим дополнительные деньги за это. Да, ну, кстати, да. Ага, и все приземлились резко. А где еще? Да вот он сзади. Здесь. Все. Упа. Ребра. Ребра. Надо поснимать. Ребрышки. Опа, еще что-то есть. Вот, башка. Чё-то. А, башка. Звук уже страшный. Чё-то запах. Вот, призрак. Ой, призрак. Призрак. С ножом. Маньяк. Ой. Убегай. Брат, не надо, не трогай. Ой. Что это? Штурица. Брат, не трогай. Ты чё, ты ж хорош. Ой, блядь. Теряете. А он исчез? Нет, вот он где-то. Вот. А вот он. Да, может его кем-то подтолкнуть, эту херню. А он может намотаться? О, походу, конечно. Ля лох. Умер! Он умер на них! Блядь! Отвлеки его, отвлеки, отвлеки! Убегай, 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 убегай. Убегай, дойди дом обратно. А он здесь. Где он? Я не вижу его. Куда ты пропал? Пойдем, пойдем наверх, наверх. Да, что-то не сделал, что-то как без... А куда он пропал? Он умер, умер, умер! А, нет, призрак. А я не знаю. Давай, сейчас прикинь, дыхание, сзади бежит. Дыхание поэтому. Он сейчас стоит, слышишь? Или сейчас возле, там вот нас ждет, возле базы. А, еще заряда мало. Ну, кстати, вовремя все равно убегаем, 4% у нас заряда. Доброе утро! Все, погнали. Боброе бубро. Что будет, если вот тут прям стоять с кислородом и потом быстренько дожать газу? Дать зазу? Дать зазу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Я тебе только уже... Так, что там? Он уж там ждет нас, наверное. Больничный счет для игрока кактус. А вы почему хилку мою не забрали? А, реально? А там была хилка твоя? А, это, да, слушай, не такая синяя, которая еще? Не? Нет. Че, кидаем, смотрим? Дощечка такая вот. Блин, мы забыли взять тебя, реально. Я просто смотрел, а там просто светилась она, камера синяя. Я такой, блин, ее взял, как будто вся... Ты просто у тебя там... Можно, кстати, увидеть, как я это поснял. Вообще ничего не видно. Угол зажал. Да, да, да. Да. О, яблоко. Давай, пошли стрим смотреть, алло. Так, усаживаемся. О,
смотрим. Ага, и все приземлились резко. Get а где еще один? Канал для всей семьи. Опа, ребра. Ребра. Надо поснимать. Ребра. Звук уже стал. Это маньяк. Меня что, убьет? Брат, не трогай. Ты что, ты ж хороший. Ой, блядь. А все, он убежал. Вот видите, что вы теряете. За ним. Вот. А вот он. Да, может его как-то потом. Увидим сейчас смерть. Убегай, убегай. Улитка, 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 улитка. Убегай. Убегай, найди дом обратно. А, ну за что ты умирал? Блин. А, да, что-то везде. А я не видел, а я не видел этого умирал. Куда он пропал? Он умер, умер, умер. А, нет, призрак. Я не видел, кстати, видел. Доброе утро. Ты, кстати, видел тот баг? У одного видно, у другого. Да, да, да. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Я тиктокер. Тут мы сейчас очень сильно перенагружены. Тут такое. Почему хилку мою не забрали? Реально? А там была хилка твоя? Да, я забыл вообще про неё. Синяя, которая. Все можно слепи делать. 5 и 2 тысячи, почти в два раза. Причем эта улитка на меня напала, а я ее даже не почувствовал. Она не продублируется? Ну вот, вот эти просмотры. Нет. Блин, глухо. Не, у нас вот новая цель, 39 тысяч. А, кстати, здесь сейчас сложно будет. Можно просто спать. Можно просто спать. Вот, фонарик Сары валяется. Возьмите. Можно дубинку купить, телескопическую. Что, берем? А для чего она? Типа их бить? Она оглушает. Хреначит всех. Да, она всех током глушает. А прям подходить, да, нужно? Ну, это такая же, да, двухметровая. Ну давай, давай. Давайте. Хилку же берем, нет? Хотя давай сэкономим лучше на такую. Вот, вот она. Она многоразовая? Да. Ну, а ну-ка, сейчас проверь. Ударить, вот, ты сейчас можешь ударить. Да все, отпусти! Все, отпусти, дурак! Я свою команду убил. Извините. Блин, надо было снимать. А камера? А ну-ка, я попробую, дай эту штуку. Не нажимай. Не нажимай. Тебе дай? Я хорошая, ты плохая. Рот от гнева перекошен, не кричи. Блин. Я не плохая. А, все, кстати, давай, давай. А у нее заряд заканчивается. Так, сейчас. Нужно отойти, а ну-ка, заряди ее. Окей, окей. Давай, давай. Да, кинь мне, дай проверю. Ты занял. Молчай. Дурак. Не, а тут заряд просто быстро заканчивается. Сейчас я ее заряжу до конца. Дай я проверю, сам заряжу еще. А. Блин, у нее такая анимация, как в бодикэп, кстати, камеры. Как дела? А ну, моя... А, кстати, что, на рэп хотел сказать. Ладно, давай. Снимала все это время? Она буквально, да. Осталось все, по-моему. Давай, давай этот, как этот, Маршал, как там говорили? Да, сэр? Да, сэр! А, я да вспомню этот мем. По-моему, ну, кстати, я не хочу такое говорить. Да, как будто не стоит говорить. Да, да, я мамаша много плохого говорила тебе! Да, сэр! Ну, давай. Твой папаша служил в Вьетнаме! Yes, сэр! Рот закрыл! Пиздец. Блин, хватит меня теребить. Да что ты делаешь? Обижайте её. Да, ну что, за 40% можно еще заснять кайфового. Мы сейчас на корабль идем, там контента еще больше. Корабль? Еще корабль будет? Все, погнали. Да, сейчас корабль будет. Ты чисто как с этот, как старик. Спал? А, давай кому отдать ее? Дай мне, дай мне. Кто тут? Взял? Да. Ну все, не надо использовать. Ты взял эту папку? Все, пока не используй. Да вообще лучше не нажимать вообще. Нет, кстати, давай один раз нажми. Не удерживай. Не, не, не надо, не надо, не надо. Нажимай сейчас. Два. В прошлый раз крепче убили, когда я друзья не играл. Здесь? Мы тут сюда дойти не успели. Да, прям тут меня убили. На нас напал тут вроде как паук. И нас всех тут перерезали. Мило.
Опа. Я уже хочу кому-то прям в лицо это. Только не потеряй ее ни в коем случае, если ты понимаешь, что ты умрешь. А сколько она стоит? 100%. Он дорогая, 400. Хотите открыть новое ощущение для себя? А что там? Да, я вас еще выведу. Это вниз, это спуск на 3-4 этажа. Прыгаем. Что, снимаешь? А что КП не тратит? Ага. Опа, уже звуки какие-то экстремальные. Вот тут идет! О, где? Бомбардир. Ой. Да. Что, снимаю? Я наверное залезу, у меня какая-то позиция. А я могу, все, я могу все, его оглушать? Все, взорвался, все, иди сюда, взорвался. Ой, испугал что-то. Мы здесь. Фух, я потерял вас, блин. Давай бежим. А он, а где кактус? Я тут был, наверху, кстати. Кто-то был, кто-то меня напугал. Это я. То же самое. Нет, я тут. Скрикать. Крикать, но я не вижу его. Понял? Не домотайте меня. Что-то пучно как-то. Ребзя. О, это здесь, да. Это мы здесь застряли. Здесь наш корабль в прошлый раз. Ага. Опа. Найс. Чё-то пока никого вообще нету. Угу. Я думаю, уже достаточно. Тихо. Хотя, крутить, посмотрим. Чё? Я убил, что тут баги лежит. Тут опять свинья. Сейчас ту дыру я. Справа готова. Стой, дайте я сниму сейчас вот эту. Чё, туда идём? В эту дыру. Куда? Вот там? Бездонный вот. Куда? Не надо. Туда можно ходить ещё. Там просто прямой путь. Теперь подъём. Череп вон. Вот эта вот штука идёт. Ну сколько процентов надо зарядить? 29. Сколько процентов надо зарядить? Посмотрим там что. Очень сильно прислушивайтесь к звукам. Они могут, если что, вас спасти. Окей. У нас упал меч. У тебя на фул звуки стоит сейчас? Да. У меня эффект на фул. Надо их значит громче сделать. Я уже вообще стоит. Я очень сильно ушал ее. Опа, вот, крик. Ой. Не смотрите на него, не смотрите на него. Чего? Он же обезобиден. Он за контента. И он безобиден, у меня такой. Где он? Ой! А чё эти были синие цвета? Я его ёбнул. А вы оглушили его? Я ёбнул. Чё, бедный, он милый. Чё, он запутался? Бедный. Он даже не кричит. Хороший какой. Он хороший. А, ну всё, можно снимать, вообще пофиг ему. Он добрый. Мы снимаемся на нём. Мы снимаемся на нём. Добрый, хороший. Всё, чё, дёргать? Молодец. Добрый. Мы его вытащили, кстати. Мы его не вытащили, чё с этим. Ой, ты... Да всё, хватит. Сзади улитка. Ой! Походу, надо зовёт психику. Вы где?
Ой, привет. О-о-о. Я здесь, красный. Все, все, все. Что за мутант? Ой, это фаерщик. Ой, больно. Ой! Блять, я как будто попал нахуй. Не буду говорить куда. Давайте. Пока. Да ты угораешь. Три часа стрим идет уже. Охренеть, это почему рекорд? Бать, мы так долго играем? Блин, завтра надо будет сопать себе, блин. Кактус, ты меня в друзья пригласил, скинь еще. Завтра, может, тоже поиграем. Окей. Что они там смотрят уже? Блин, надо будет снимать. А, вот сейчас а просто камера? Будет длиться. Да. А ну-ка, я попробую, глянь эту штуку. Ну буквально секунду. Не нажимай. Не нажимай. Я хороший, ты плохая. Ротор гнева перекошен, не кричи. Я не плохая. Все, давай кидай. А, кстати, у нее заряд. Так, мне нужно отойти буквально секунду. А ну-ка, заряди. Сейчас приду. Давай, да. Вот уже 4 тысячи. А пофигу вообще в принципе. Да ты сзади. На заднем фоне весело происходит. Блин, у него такая анимация, как в бодикэп. Вьетнаме! Yes, sir! Рот закрыл! До свидания. Вот, 20% уже больше, чем раз. А еще много чего. Меня тут убили. Бомбардир! Опа! Головка. 15 000! Блин, туда лучше не идти. Ну, кстати, уже почти затащили второй день, если будет так же. Это мой друг. Я убил друга. А вы оглушили его. Все, не тратим. Ну, он даже не кричит. Хороший. Мы издеваемся. Да все, хватит. Сзади улитка. Улиточка. Ой. Не светите в него. Светите. И все. Сколько? 20 000. Все, осталось всего лишь 39. 19. 19. Блин, сейчас такой соблазн на улицу выйти подышать. Какой же кайф. У тебя дождь? Не-не-не. Влажный воздух прям жестко. Пиз такой. Че, берем что-то интересное? Микрофон длинный. Можете купить. Самое важное. А что ты взял? Ага, ну просто микрофон берем, это длинный. Нормально же? Или репортер же? Можете купить, можете длинный купить. А вот от хлопушки есть смысл? Киношная вот это. Не особо, если честно. Не проверял? Просто там может на камеру бац положить. Ну нет, это просто как декорация. За нее дает коэффициент какой-то, но он прям маленький. Я взял микрофон для бита. Вот он. Чё, ты тоже купил? Тебе просто вот так в рот просто. Вот так. Да ты задолбал. А он сам включенный был. Кизрити его. Кстати, вот эта штука можно улитку, скажем так, откидывать в сторону. Вот эта штука? Не... Да, она просто. А что это у тебя в руках? Микрофон. А ну-ка говори что-то. Всем привет. Как дела? Да ты, ну перестань, ну это уже все. Бред уже какой-то. А в чем смысл этого? А в чем смысл микрофона? Отпусти! Отпусти! А условно ты можешь давать делать репортаж улитки. И кстати, вот просто маленькому. Говори на без остановки. И не стреляй. Говори, привет, привет, привет. Меня нормально еще слышно? Раз говори тебе. Очень привет, хорошо. Привет, привет, привет. Очень хорошо это все слышно. А я вот не слышу, кстати. А ну-ка кинь камеру, проверим. А ты кому-то накидай это. Вот. Просто проверь, даже интересно. Под карты застрял. В рот кому-то. Вот. Алло, иди сюда. Вот. Давай, круто, не стреляй. Говори, Наиль. Привет, привет. Как дела? Блин, хорошо слышно. Нормально слышно?
Да, прям офигенно, как будто тебе просто... сейчас? А сейчас? Да и так все хорошо, потому что тебе микрофон тычет в рот, алло. Ага. Че, погнали? Будешь ты опять камераменом? Я камера, да. Камерамен. Все, а я тогда репортер. Ага. Ты охранник. Опа, я застрял. Я застрял. Сейчас, ребят, подождите, я приду. Что у вас там? А где? По крайней мере, кактус. Знаете, что у меня случилось? А вот он. Ну. У меня в реальной жизни села камера. Блядь. Ну ничего, у меня тоже сядет через минут 10, наверное. У меня камеры все нет. Не рассчитан, блин, мне жалко его. Какой же он у тебя бедный, кто понимал бы. Все, заряди эту фигню и пошли. Нет! Что это? А ну-ка засними это. У тебя нога тут застряла. Ты ну перестань, заряди. Да я не думал, что я тебе с шерстем сделаю. Все, погнали. Сейчас ждем. Блин, кстати, против нее застреваешь. Она застреваешь прямо от нее. Вот. А кем смысл говорить? Плюс интересно есть? Кому-то да, рот да. Давай послушаем. Хастова чё? Я вообще сейчас сколько часов застрял уже. Привет. Опа, вот еще чаркушка. Пиздец. Поиграл в игру, называется. А, мы потеряли его. Ну, кстати, у нас есть. Скажи ему, что мы потеряли. Кактус, ты где? Мы, если что, в столовой. А, вот. А, кстати, камеру всегда свет включен, мне нужно держать. А, я не могу. Не, я про себя, про себя. Ой, а я падаю! Что происходит? А все взорвались? Кто жив? Ай. Ай, срочно поднимите! Подними. Подними. Да, да, да. Мы откинулись. Поднимай нас. У тебя есть хпшка, лечилка? Пиздец. Ты тоже умер, да? Да. А чё он вниз не вылечит? Я не знаю. Я взорвался просто. Так у него же есть лечилка. Решил не тратить на нас. А чё он не вылечил нас? Не знаю. Бля... Вот опять. Он подобрал вещи? Померли все так быстро. Почему так быстро умираете, а? Мои бедные камеры. Вообще, я ему дадил удар, так что лучше так не выёживаться. Если я соскребили, да, блин. Ой-ой-ой, у меня 21% на камере. Пиздец. Пиздец, 1% на телефоне. Я вновь остался один. Они все подохли. Вот они. Он мега горячий. Поиграли 3 часа. У тебя хотя бы камера живая. У меня сдохла уже. 10%. Никого нет. Золотые букала. Ура! На нажатии не нажимается. Охренен. Пиздец. Бедолага. У меня айфон нагрелся даже. Просмотр чата. 2 зрителя, ёптвою. А у меня реально перестал телефон работать. Алло. Ты тут? А ты чё нас не воскресил? А чё нас не воскрешать? А у тебя не было? У тебя не было или чё ты же взял? Это бы хил, если вы живы. А. Не купили дефибриллятор. Блин, мы эту фигню потеряли. Я забрал сам. А, ты вот забрал. Это, и вот это.
Найс. Ладно, всё, в принципе, сейчас так. Где места просто не было больше. А микрофон нет, да? Я думаю, так ничего, в принципе. Так, так, сейчас. Ну, полезу-ка я наверх. Что, давай я тогда сниму, как вы падаете. Или что? Давай, давай. Да, словлю, стрелил? Че, погнали? Да, отсюда же можно прыгать. Птицы! Это птицы. Один мистер хуй. Один мистер хуй, а второй. А где же второй? Амарокстар поп. Желтые яйца. Амарокстар попстар. Давай мы сейчас тебе вместе вы там закройтесь, в принципе. Ну-ка. Она не поместится. Давай второй влетай туда. Валидатор. Да еб. Все. Да еб! Так, голову чуть выше. Все. Да ну, зачем ты взял ее? А как ты закрыл ее просто? А где камера? Она сама закрывается. О май гад. Мы застряли. Май гад. Я и застрял, все. А, все. Я сейчас камеру не потеряю, надеюсь. Нет, нет, нормально. А, все, гуд. Все, Наиля, это не. Все, гуд. Пока. Все, все, вот. А, ну, а поставь камеру, алё. Да ё-моё. Да ё! Сам он не хочет формироваться. Йо-йо-йо, наконец-то. Надо вот так финишку понять. Да как? Издевательство! Заведи твою лучше. Опа, позвоночник. Брите! Опа! Ой! Я сейчас глохну! Ты такая без меня. Все взорвали? Нет, ты бичок. Вот так я и взорвался. Мы вместе просто взорвались в одном месте. А у меня там купе на донышке было, чуть-чуть буквально. Я вновь остался один, они все подохли. Вот они. О, кстати, мы все выиграли. Два трупика. Нет, нам 19 надо. А сейчас будет, я думаю, как вы прыгнете. Ну не знаю. Крути двери. Смотри, уже 15. Уже 16. Уже 17. Мотивацию. Подним. Давай, давай, давай. Ну все, да-да-да. Идите, типа, залезай! Вот это репортаж! О, богатый! Птицы! Это птицы. Один мистер хуй. Один мистер хуй, а второй. Где же второй? Это мистер. Яйца! Желтые яйца, амарок стар, поп стар. Изи. Изи! Для денег, кстати, не так много. 500 на тебе. Слушайте, денег не особо много потеряли, так что. Rockstar, Popstar. Буквально сколько? 200 потеряли. Ну, кстати, многовато, 200. Ну, не особо сейчас. Приятный, неприятный цифр. Йокайчан. Дефибриллятор, я думаю, сложно собрать. Да ёп. А микро ты подобрал, кстати? Yes, у меня места не было. О май гад, мы просто это дерьмо взяли. А, как микро это? Есть, микро... А, нет. Не, это не микро, у меня шокер. У меня даже фонарика ничего нету. Давай ты кого-то крутой фонарик. Ты можешь купить фонарик. Какой здесь фонарик? Старый можно. Денег не хватит, чтобы купить современный. А что он делает? Он типа воскрешает? Все, вот да, это воскрешалка. Она многоразовая? Или три раза? Она сама не тратится на тратится. Все, погнали. Откройте. И все, до свидания. А я сам. Давайте, залезай. А что будет без камеры полететь? Просто ем. Такое возможно вообще? Опа. Блин, фонарик дебильный, ё-моё. Не комфортно. Мне еще ничего не помогает. Ай! А что-то не за эти хорошо, кстати. Кто-то есть.
Я слышу паука какого-то. Я слышу звуки какие-то тоже. Это не паук. А вот, вот, вот паук. Электрошокер. А куда он делся, Наин? Вот он. Еще кто-то идет. Наин, кидай меня. А, все, хорошо. Кидай меня, то если не выберешься. Блядь. Не бей. Давай, кидай. Улиточка идет. Ай. Второй раз подряд не можем просто выйти отсюда. Ну, я умер уже несколько раз. Так что мне нафиг она взялась, потому что мне долго полезно снимаю. Че, на ней полетишь? Куда? На смерть, допустим. А у меня электрошокер. Давай мне. Ай, накидай! Все, походу, зажал. Че, мы, походу, с ней играемся, значит. Умрите от нее, умрите от нее. Чего скрыть? Мэй, давай, прыгай. На, возьми. Ты на вещь нет. Давай. Кью. Сберешь вещь потом. Давай, давай. Прощайте. Своих не бросаем. Пошел отсюда! Эх, понял? Пошел на веру смерти. А, мы подняли его? А, все, ты живой. А, я жив? Да, мы тебя восстановили. На, возьми фонарик. Наверху паук! Стой, стой, стой. Откуда? И куда он? Нужны еще. Дай шокер, Амин. А ты фонарик кинул? А шокер? Говорить на улице. А где шокер? У меня в руках, он в зарядке. Все, сел. Золотые купола. Да ёп. Приятно. Да хватит. Приятно? Приятно. Ай, мне приятно. Да хватит. Приятно. Приятно, да? Что? А ну-ка встань, 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 встань. Ну встань, встань. Встань. Куда пошла? Куда пошла? Куда? Куда? Ай, зарядка села. Чё, погнали? Погнали. Я тебя прям зашиваюсь. Зашиваюсь. Фонарик выключил, чтобы он не съедал, наверное. Нелли, чё ты не за электрошокер, кстати? Кого? Я их электрошокер. Где кто-то есть? Да хватит, задолбал. Это не паук. Дай видео посмотреть. Электрошокер. А куда он делся, на... Подай, еще кто-то идет! А это. Что это? Кидай, кого меня? Я захватил? Да. Улиточка идет. Кого это взял? О, 3000. Мы уже выиграли, кстати. А, мы выиграли сразу даже, нам играть даже смысла нету. Какая стрёмная улитка. Реально, я только заметил. На смерть, дроблик. Все, походу, зажал. Че, мы, походу, с ней как-то. Умрите от нее, умрите от нее. Хочу воскресить нам за то. Мэй, давай прыгай. Давай, 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 давай. А, убили! Своих не бросаем! Снимай, снимай вот этого мертвого, который. Мертвого снимай. Я снимаю. Ко,
Охренеть, у меня горло болит. Все, он умер, да? А, все, ты живой. А, Алё. Он в АФК встал. Паук, паук. Наверх. Свет... И дверь такой, до свидания. Открой. Нужно еще поснимать. Дай шокерами. Мы офигенно, кстати, сняли. Прям вообще с большим отрывом сейчас. А ты фонарик кинул? Смотрите на улитку. 20 тысяч нету. 18 тысяч? А сейчас 61 из 39. Вообще двойной результат. У нас тогда вообще было сколько? 37? 38. Какие 37? У нас 18. У нас было 42 тысячи изначально. Не, когда мы вдвоем играли. Когда мы вдвоем играли, у нас был 17 из 30. О, уже большие цифры. Но ей все равно не хватает экшена, на самом деле. Как и зарядки. Подожди, да ну нахер. Я вообще без зарядки сейчас стримлю. Ну, без зарядки. 15%. Ёб твою ж дивизию. Еще она падает у меня с каждой секундой. И я выгляжу уже, на самом деле, подубитый. Да, кстати, как будто нужно уже движняк какой-то. Не, что, все сохранилось. Вот это вот то, что у меня есть, оно тоже сохранится и будет валяться. Ага. Что, давай этот, мы сейчас, это кого сервер вообще, мой? Да, твой. А, ну все то. Че, тогда может завтра залетим еще? Только еще, давайте кого-то четвертого позовем. Есть кто-нибудь из чата? Нам нужны крики. Крики, как бы странно ни звучало, не для игры, но нам нужны крики для...